Папа. Стой, кому говорим? Сейчас догоню тебя. Попался. Кто мало каши ел, а? Я ел почти всю полевочку. Почти все не считается. Нужно есть полностью. Если бы все съел, бегал бы как олимпийский чемпион. А давай лучше в прятки спорим найдем. А спорим найду. Я этот парк знаю наизусть. А почему? А потому что я в нем выросла. Что, прямо здесь, в парке? Ну, не прямо в парке. Просто мы в детстве здесь много играли. У меня тут школа рядышком была. А во что вы играли? А во все. Ой, прости. Настя? Да? Алло? Алло, я слушаю. 1, 2, 3, 4, 5. Выходи со мной играть. Алло, простите, кто это? Алло? Ерунда какая-то. Ой, какие пузыри. А что сказали? Ничего, кто-то номером ошибся. Ладно, хватит, пошли, а то ночь прям с тобой играли. Данечка, сейчас уже не получится, давай в другой раз. Ну, пожалуйста, немножечко, хоть на каруселях. Хоть на каруселях? Сейчас я тебе покажу карусели! Покажу карусели! И вот здесь. Угу. Ну, доволен? Да, Петр Семенович, спасибо. Порядок. А у меня всегда порядок. Ну, а тебя как, документы уничтожил? Да, Петр Семенович, сразу же, как приказали. Смотри, чтоб ни одной бумажки, особенно по соколикам. Угу. Скоро выборы, и от мэрии должно за километр благоухать чистотой и непорочностью. Это и моей епархии не помешает. Не волнуйтесь, все уничтожено. Молодец! Ну, давай, дел по горло. Не буду мешать. Алло, нашел? Что? Слушай, ты у меня начальник службы безопасности или кто? Значит так, если в ближайшее время документы не будут найдены, можешь готовить себе катафалк. И мне тоже. Ну вот, кажется, опять не доиграли. Ну ничего, мой хороший, я зайду к тебе на следующей неделе. А на следующих выходных вообще приеду рано-рано. И мы сразу в парк пойдем. Да, и мы сразу пойдем в парк. А скоро мы вообще с тобой будем жить вместе. Я, ты и бабушка. Хорошо? Хорошо. Дальше я сам. Ладно? А то ребята завидовать будут. Конечно, Данюша. Пока. Пока, мама. Ну что, вижу, почти все документы вы собрали. А где свидетельство на собственность? Вот. Вот у нас очень хорошая квартира. А это медицинское заключение. Знаете, думала, не успею сделать, столько врачей пришлось обойти. Да. А что-то не так? Нет, с документами у вас все в порядке. Да вы садитесь, садитесь. Ага. Но возникли некоторые сложности. Какие сложности? На усыновление Дани Полюшкина подала заявку другая семья. Но этого не может быть. Мы с Даней уже полгода вместе. Я когда его тогда встретила, я сразу поняла, что я... Я помню эту вашу трогательную историю, как вы нашего беглеца на пожарище встретили. Но он же тогда от вас уже в пятый раз убежал. Все родители своих погибших искал. Я в курсе. А теперь зато не сбегает. Не сбегает, сидит вас, дожидается. Я сама подписывала разрешение о патронаже. Милена Петровна. Романовна. Ах, простите, пожалуйста. Милена Романовна. Послушайте, я просто чувствую Даню. У меня у самой родители погибли, когда мне было 5 лет. А вчера он вообще меня мамой назвал. Вы меня слышите? Я вас слышу. У меня со слухом пока что все в порядке. А вот как мы выяснили, у вас с работой огромные проблемы. Почему? Я работаю дизайнером архитектурной среды. У меня есть своя фирма. Небольшая, но я уверена, крутой что... обзор. Нет, дивный вид. Это не важно. А важно то, что ваша дивная фирма, как выяснила наша проверка, находится на грани банкротства. Важно то, что вы вся в долгах. Я уже не говорю о том, что вы не замужем, а там полноценная семья.
постоянный заработок. Тем более люди известные. Работают на телевидении Вишняков и Караганова. Видели, наверное, в эфире? Ну, послушайте. Ну, как вы думаете, где мальчику будет лучше? Я думаю, что важно то, что Даня любит меня, а я люблю Даню. Так. Органы опеки прежде всего обязаны защищать права ребенка. И не важно, что ребенок на данный момент думает иначе. Поэтому вопрос об усыновлении Дани Полюшкина мы выставили на комиссию. И что мне делать? Я не знаю, девушка, что вам делать. Но могу вам посоветовать только решить эти ваши проблемы, конечно, до комиссии, до заседания. Тогда будет другой разговор. Может быть. Все. Наш разговор окончен. Извините, много дел. Интерьер, кухня, музыка. Прошу прощения, что прерываю ваш интим. О, ну, великому Вишнякову так и быть позволяем. Здорово. Мою Татьяну видели? Она в шестой аппаратной. Материалы смотрит. Казанова, в редакции второй день компьютеры зависают. Нет проблем. Слушай, малыш, Слушай, я же ей кофе забыла принести. Стильный человек. Он сам приковывает к себе взгляды. Им восхищаются окружающие, завидуют его походке, копируют его манеры и тщетно пытаются ему подражать. Говорите. Как стать таким человеком? Да, ищем образ ведущий. Как-то не хочется в собственном ток-шоу выглядеть бледнее гостей. Но этот вариант лучше. Угу. А тебе как? Ну, как всегда. Что как всегда? Как всегда. Неподражаемо. Вот льстец, а? Ты с Тихорецкой? Нет, а что? Ну как что, там ЧП, все новостищики туда помчались. Я в детском доме был, я ж тебе с утра говорил. Ой, прости, я совсем забыла. У меня с этой премьерой голова кругом. Ну, что там наш Данила? Неважно, разговаривать не хочет. Видимо, привязался к этой женщине. Лушникова ее фамилия. Подожди, по опеке сказали, что у нее нет шансов. Ну, сказали. Тем не менее, он к ней привязался. Директриса говорит чаще приезжать, общаться, разговаривать. Ну, ребенок тоже не может так просто перестроиться. Хорошо, только давай на следующей неделе поедем. А то на этой у меня полный завал. Отлично. Я проверил наше расписание. И у нас послезавтра с тобой окно с 3 до 6. Давай метнемся к Даньке. Давай метнемся. Смотри, до 3 я в мэрии, у меня интервью. После этого я сразу в детский дом, да? Да. Да? Не подведешь? Я? Да ты что? Я сегодня вырвусь пораньше, подарков накуплю. Ну, ты же знаешь, как я люблю выбирать подарки. Ты моя любимая. Ну, Вишняков! Слушай, такой парень отличный, просто глаз не оторвать. Слушай, а покажи-ка мне материал сначала. Стильный человек. Он сам приковывает к себе взгляды. Это лучше. Им восхищаются окружающие. Завидуют его походу. Я жду. Его манеры. Пока. Как стать таким человеком? Доброе утро, бабуля. А, утро-то доброе. Только мне кажется, что тебе так не кажется. Да я уже сама не знаю, что мне кажется. Меня в этой опеке вчера просто убили. Да, я помню, ты говорила. Из банка звонили. Проценты требуют. Данька говорит, зуб у него разболелся. Больно кусать. Воспитательница просит не говорить. Не понимаешь, что делать. Ну, помнишь, я тебе говорила, что такое держать удар? Это когда в спорте... Бабулечка, пожалуйста, давай не будем про твою травму и уход из большого спорта. И так. Да я не про это, подумаешь. Олимпиада. А вот когда ты чуть Богу душу не отдала из-за своей несчастной любви, знаешь, вот это сложнее было. Я тогда сама чуть не умерла. Так, ну мы же с тобой договаривались. Мы это проехали и забыли раз и навсегда. Ну, правильно? Я тебе про это и говорю, что мы забыли и продолжаем жить дальше. Тебе с молоком. Без. Вот, о частности перемелем как-нибудь. Ты у меня вообще бабушка большая, молодец. Ты у меня какой молодец. Только мне нравится, что ты свои 30 крест поставила на личной жизни. Так, во-первых, 32 уже. А во-вторых, если я хочу усыновить Даньку, это не из-за того, что я крест на себе поставила. Просто он мой. Понимаешь? Мой. Ты что, меня уговариваешь, что ли? Он наш.
Поняла? Ну, наш. Я забыла, тебе пришло приглашение в школу. 15-летие, окончание. Надеюсь, в этот раз ты пойдешь? Нет, ты же знаешь, я туда не хожу. Ну, какая упрямая ты. Ну, это в тебе, Дедова. Что ты мнешься? Где документы? Мы провели тщательное расследование. И, как я предполагал изначально, документы могла украсть только она. Ты в своем уме? Только у нее была такая возможность, тут без вариантов. Она укатила в Австрию, в свой любимый спа-отель. Ее несколько дней как нет в городе. Значит, и документов тоже. Мы поругались с ней перед ее отъездом. Поругались по-черному. Ей дури власти захотелось. Наверное, решила мне что-то доказать. Истощила документы. Надо же именно эти. Если мэр узнает, нам под любым предлогом надо вернуть ее обратно. К сожалению, Артур Эдуардович, все гораздо серьезнее. Мы связались с Гальцбургом. В спа-отеле она не появлялась. Границу Австрии не пересекала. Так, становится все интереснее и интереснее. Что делать будем? Ну что, Алла Дмитриевна, совсем плохи наши дела. Куда уж хуже. С такой выручкой мы в этом месяце даже проценты по долгам не покроем. Ну, а резервы? Смеешься? Какие резервы? Их иметь надо. А я уж на отпускной фонд покусилась. Да, я боюсь, что у меня Даньку могут отнять. Вы не знаете, юрист пришел? Давно. Что, будешь на опеку жаловаться? Нет. Хочу проконсультироваться. Думаю, может быть, фирму продать и устроиться на нормальную работу. Вот тебе раз. Столько сил вложила. Да и кому нужна твоя фирма? Вся в долгах, как в шелках. Да и приличную работу тоже с наскоку не найдешь. Да. Алло? Тили, тили, тесто, играем в королевство. Кто это? Вот только телефонных террористов не хватало. Откуда звонили? Да не знаю, номер не определяется. Слушайте, я вам уже говорила, вам что, делать нечего? Да, да, извините. Нам? Не может быть. Да, конечно, я сейчас подъеду. Что, из банка звонили? Из корпорации «Зодчий премиум». Зачем? Такая организация серьезная. Откуда они про нас знают? Да я понятия не имею, но они хотят сделать заказ. Очень выгодный. Живем, Аллочка Дмитриевна. Все-таки Бог есть на свете. Анастасия Петровна, давайте сразу к делу. Наша корпорация выполняет крупный государственный заказ. Строительство поселка Соколики для многодетных и малообеспеченных семей. Работа практически закончена. Так вот, нам нужна фирма, которая занялась бы оформлением архитектурной среды. Ландшафтный дизайн, детские площадки, ну и так далее и тому подобное. Проект уже утвержден. Нам нужно лишь его исполнение. Поселок социальный, но платить мы будем, как за элитный. Ну так как? А? Как вам такое предложение? Возьметесь? Честно говоря, это что-то из области фантастики. Вы хотите, чтобы моя фирма... Вот именно. И к работе нужно приступить немедленно. Ну что, подписываем договор? Простите, пожалуйста, но почему такая крупная корпорация, как вы, обратилась именно ко мне? Я уверена, что у вас есть много проверенных подрядчиков. Ну, здесь я не в курсе. А вы что, боитесь, что не справитесь? Нет, нет, справлюсь. Ага, вот и славненько. Так. Вот. Прошу. Семен. Да. Здравствуйте. Зайди ко мне в кабинет, как освободишься. Хорошо. Анастасия Петровна, ну что вы пытаетесь здесь отыскать? Это обычный типовой договор. Кстати, сумма вас устраивает? Да. Ну что, не страшно тебе было? Ни капельки. Доктор сказал, что у меня теперь зубики как Супермен. Ты мой Супермен. Придем сейчас, и Алевтине Викторовне будешь хвастаться, какой ты смелый. Мама, ты мне скоро запилишь, что то этот дядя опять приходил. И что, он тебе понравился? Ну, не знаю, он добрый. Может, твоим сыном хочу быть. Будешь, обязательно. Ой, сейчас. Алло? Тили-тили-тесто, играем в королевство. Хулиганы?
Да, опять кто-то балуется. Я тебе обещаю, мы скоро будем жить вместе. Ты мне веришь? Так и сказал. Ну, льстец. Да почему? Все операторы говорят, что это будет лучшее ток-шоу на нашей студии. Это столичный уровень. Господи, кого ты слушаешь? Просто хотят участвовать в новом проекте, вот и закидывают удочку через тебя. Ну, хотя, я вчера показала руководству некоторые наметки, пророчат высокие рейтинги. Ну, вот и я о том же. Так, Татьяна Александровна, да? Давайте с вами уточним график работы. Да. Вы говорили, что нужно съездить в модный дом Найденовой. Да, обязательно, и как можно шустрее. А то новую коллекцию в другие проекты расхватают. Найденова не только у нас в поиске. Вы сами будете выбирать. Ну, не ты же. Что у меня сегодня с расписанием? О, все плотно. Хотя вот есть местечко с 16 до 18. Отлично. Нет, сегодня не могу. Сегодня с Вишняковым едем в детский дом. Это к тому мальчику Данечке? Мне Ракшин рассказал. Нет, ну у нас как в деревне, уже все знают. Ну да, взыграл у моего Вишнякова ген отцовства к 40 годам. А у меня, знаешь, с этими делами проблемы, да и не до того. Ну вот думала, возьмем кого-нибудь помладше. Ну как же сейчас? Вишняков увидел Данилу, поплыл, просто зациклился на нем. Ну правда, надо сказать, что мальчишка самоочарование. А у меня тоже столиком новость. Так, все. Я побежала, времени нет, у меня интервью в 11. Олечка. У меня к тебе большая просьба. Выручи, пожалуйста. Надо Даниле игрушек купить. Я вчера хотела и не успела. И не скупись, особенно на конструкторы. Вишняков говорит, что он любит. Да, с Найденовой мы еще посмотрим. Подождите, Татьяна Александровна, я же не знаю, что все, покупать. Все, меня нет. Меня нет, я убежала. Все. Сегодня закончили. О, здравствуйте, Настасья. Здравствуйте, Анатолий. Ну как, дело пошло? Пошло, полным ходом. В общем, все в порядке. А в частности? У нас штабель газобетонных блоков рухнул. Боже мой, где? Да на четвертом, в субботу еще. Рабочие одну палету на другую поставили, плохо закрепили, вот она и полетела. Спасибо, никто не пострадал. Вот уж действительно спасибо. Я же вам говорила, будьте осторожнее с материалами. Ну, не досмотрела. Участок-то дальний. Просто прекрасно. Да не парьтесь вы, Настасья Петровна. Это пусть у их инженера по технике безопасности голова болит. По договору, между прочим, его проблемы. Мои тоже. Ну, простите вы уж старого дурака. Так, много побилось? Да не так, чтобы очень. Идите срочно, это все разбирайте. Сегодня-то должны оборудование для спортивной площадки привезти. Уже должны начать, пойду проверю. Проверьте. Привет, Олечка. Ну, а ты что здесь делаешь? А, Татьяна Александровна просила вам передать игрушки. Вот. А она сама где? А она поехала в модный дом Найденовой. Там нужно срочно костюмы отобрать. Она сначала не хотела, но потом поняла, что это очень важно. Да, конечно. И правда, она очень переживала, что не сможет к вам подъехать. И поэтому попросила меня. Сказала, что будет вам звонить. Как это трогательно. Оль, спасибо большое. Да не за что. Спасибо. До свидания. Ну что, стыки подтянули? Обижаете. Слона выдержи. Слон-то слон, а у нас дети. Да, Иван Иванович, разобрали? Настасья Петровна, срочно подойдите, пожалуйста, сюда. Опять что-то ввалилось? Хуже. У нас труп. Что? Где? А вот там, с той стороны. Нормально вообще, да? Чуть отпинь. Остановимся. Вроде как все расчистили почти, и вот. Чего теперь делать? Надо в полицию звонить. Это понятно. Но я ведь чего позвал?
Значит, насколько теперь работа у нас остановится? Сейчас все отцепят, начнут расследовать, телевизионщики понаедут, а нас сроки поджимают. Это называется форс-мажорные обстоятельства. Да выплаты это все равно заморозят. Дамочка-то уже не спасти, а сколько людей в пролете. Ребят, что предлагают? Вывести ее по-тихому вместе с грунтом на свалку. Ну, типа не заметили. Говорят, экскаваторщики так делают. А на свалке, даже если найдут, поди потом докажи, откуда труп. Вы с ума сошли? Вы что такое говорите? Я вам дело говорю. У вас тоже форс-мажор. Я знаю. Вы не получите денег, и ваша фирма накрывается медным тазом. Так что решайте, Настасья Петровна. Алло, полиция. К тебе человек пришел. Очень хочет с тобой поговорить. Хорошо? Ну вот. Здравствуйте. Привет, Дэн. Ну что, так и не хочешь со мной разговаривать? Я тебе подарки такие принес. Господи, ну разве в подарках дело? Вы же дергаете ребенка из стороны в сторону. Ну, нельзя так. Извините. Данечка, я сейчас пойду, отлучусь ненадолго. А ты пообщайся с дядей. Ну, поговори с ним, ты же большой мальчик. Найдется же о чем поговорить, ладно? Я пошла, скоро приду. Ты меня прости, брат. Может, я что не то делаю? Не знаю, может быть, говорю, что не так, но... Просто очень хочу с тобой подружиться. Не знаю, как. Зачем? Что зачем? Подружиться зачем? Ну, хорошо же, когда друзей много. У меня уже много друзей. Ну, у меня мало. Мне не повезло. Давай посмотрим, какие я тебе конструкторы принес. Смотри, вот. Здесь космический корабль, здесь вон оружие космическое и паровоз. А паровоз еще и ездит, и бибикает, и с огонечками. Пойдет? Нормально, да? Ну что вы меня мучаете? Я же вам уже все объяснила. Рабочие нашли труп, вызвали меня, я вызвала полицию. Все. И никаких соображений у вас по поводу произошедшего нет? Абсолютно. Савельев. Да тут еще. Хуже нет. Труп смятку, вещей не обнаружили. Собаку ждем. И одежда явно дорогая, не бомжиха. Понял. Ладно, разберемся. Подпишите здесь. Извините, но я бы хотела узнать, почему мне не дали на прогулку Даню Полешкину. У меня же официально оформлен патронаж. Да, я как директор в курсе сложившейся ситуации. Какой ситуации? Да между вами и Читой Вишнякова-Карагановой. Что? Так вот, органы опеки и администрация детского дома приняли совместное решение, что пока будущие родители не определены, мальчик должен быть огражден от внешних влияний, чтобы вы не настраивали его в свою сторону. Но это... Но так же нельзя. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Это во благо ребенку. А, кстати, почему вы пришли на прогулку в рабочее время? У вас что, нет работы? Да есть у меня работа. Просто у меня там небольшие проблемы, и сегодня незапланированный выходной. Похоже, проблемы сопровождают вас завидным постоянством. Господи, ну можно мне хотя бы курточку ему отдать? Да, конечно. Через воспитателя. Вот Алевтина Викторовна. Передайте, пожалуйста, Данечке. Тут его куртку он порвал в прошлый раз, я зашила. Спасибо. А еще... Бабушка ему свитерок связала. Смешной. Ой, действительно смешной. Очень симпатично. Обязательно передам. Спасибо. Да, вы же у нас зонтик забыли. Я? Да, вы. Я сейчас принесу. Сейчас мы с тобой пойдем есть мороженое. Ты же любишь мороженое? Да. А эта кукла теперь точно моя навсегда? Навсегда. Мама, Настя! Данечка, привет!
Ну, как тебе свитерок? Понравился? Очень. А мы куда пойдем? В кафе или в парк? Давай лучше в кафе. Мой хороший, понимаешь, мы пока с тобой не сможем гулять. И по выходным тоже. Придется потерпеть. Почему? Так решили. Тети, которые за тебя отвечают, они просто за тебя беспокоятся. Нет, они просто злые. Злые тети. Мам, а ты им дай денег, и все. Денег? Да, мне Колян и Ромка рассказывали, что злые тети любят, когда им деньги дают. Дашь, они добрыми станут. И меня к тебе сразу отпустят. Не нашла я ваш зонтик. Наверное, действительно не ваш был. Даня, что ты тут делаешь? Давай-ка бегом в группу. Спасибо вам. Настюша, а зачем тебе зажигалка? Ты что, куришь? Да нет, бабуль, это для рабочих. Хотя, честно говоря, впору бы и закурить. Да уж, история леденящая душу. Работу на стройке полностью приостановили, а меня завтра опять к следователю вызывают. Ну что, у них своя бюрократия. Знаешь, то один протокол подписать, то другой. Это нормально. Это нормально, конечно. Но только пока я это все буду подписывать, Даньку этим телевизионщикам отдадут. Мне и так запретили с ним встречаться до решения комиссии. А решение комиссии напрашивается само собой. Но ты же видела его сегодня, говоришь, мой свитерок подошел? Видела. Только это благодаря воспитательнице, которая нам контрабандой встречу устроила. Ну, действие равно противодействию. Будем сопротивляться. Да как? Представляешь, он мне сегодня говорит, этим злым теткам нужно денег дать. Они тогда добрее станут. А какой ужас, кошмар. Ну, может, устами младенца. А может, Сыркина из опеки на это и намекала? Надо подумать. Бабушка, ты что такое говоришь? Какая взятка? А у тебя есть другая идея? Да, у меня есть другая идея. Ну? Я завтра пойду и прямо поговорю с этим Вишняковым. Здравствуйте. О, девушка, ну проспали вы свое интервью. Что? Час назад Татьяна Санна улетела на студию, вот, в 9. Договаривались, 9 надо приходить. Хотите быть акулой пера, нужно быть пошустрее. Вот уж кем я точно никогда не хотела быть, так это акулой. Странно. Как же вы хотите работать в прессе? Никак. Я пришла к вам поговорить. Но интервью я не даю, я больше беру. Послушайте, мне не нужно никакого интервью. Я пришла к вам по другому вопросу. Мне ваш адрес дали в детдоме. Моя фамилия Лушникова. Проходите. Я вас слушаю. Мне сказали, что вы с женой хотите усыновить Даню Полюшкина. Дело в том, что я давно уже за ним ухаживаю, и он очень ко мне привязан. Я в курсе. Вы от меня чего хотите? Я хочу, чтобы вы поняли, что нельзя просто так взять и перепрограммировать ребенка. Ну, согласен, это сложно. Вот. Зачем вам сложности? Вы же можете усыновить другого. Мы не хотим другого, мы хотим Даню, это не обсуждается. Но я же вам объясняю. Даня ко мне очень привязан. Спросите кого угодно. Я спрашивал не кого угодно, инспектора по опеке. И мне было сказано, что вы не можете обеспечить ребенку нормальный уровень жизни. Нормальный уровень жизни? А это что, по-вашему? Ездить на дорогих машинах и отдыхать за границей? Нет, нормальный уровень – это когда счастливое детство. Когда хорошее образование, и мы с женой можем это ребенку дать. Нет, это не самое главное. Вы знаете, я по природе своей человек не сентиментальный, но когда впервые увидел Даньку, в общем, я его полюбил. Я знаю, что это мой сын. А я тоже знаю, что Даня мой сын. Только в отличие от вас, я учитываю еще его мнение. Между прочим, Даня меня мамой называет. Девушка, вы в курсе, что дети-сироты часто привязываются к тем, кто приласкал их первыми? Но первое, это не значит, что лучше. Правильно? Вы замужем? Какая вам вообще разница, замужем я или не замужем? Простите. Да? Алло. Да, но на повестке было написано, что допрос в 12. Да, хорошо, я скоро буду. Послушайте. Да. Мне все ясно. Повестки, допросы. Чтобы поставить все точки над «и», мы с женой от Дани не откажемся ни при каких условиях. Ну... Так что всего доброго. Счастливо. За хранение материалов отвечала фирма-застройщик. Так что моя фирма понятно, не имеет… Понятно. Но разговор не об этом. Мы опознали тело погибшей. Это Зотова Кира Андреевна, супруга владельца «Зодчий премиум». Артура Зотова. Он уже опознал жену.
Ну, я искренне соболезную. Зотов ваш работодатель, так? Так. Но лично я с ним никогда не встречалась, и с его женой тем более. Моя фирма – это лишь один из подрядчиков Зодчего. Допустим. Но есть одно обстоятельство. Розыскная собака обнаружила сумку погибшей, а в ней телефон, с которого был совершен довольно любопытный звонок. Последний. Извините. Алло? Номер засекречен? Да. Это что, вы звоните? Нет, не я. Я всего лишь набрал последний номер с телефона погибшей. Сделанный ей за 20 минут до смерти. Вы действительно не узнаете эту женщину? Господи. Это же Кира. Кира Королева. Подождите, вы хотите сказать, что вчера это была она на стройке? Как давно вы с ней в последний раз виделись? Мы не виделись с ней со школы. Мы с Кирой дружили в детстве, а потом... Я даже не знала, что она замуж вышла. А вот она знала номер вашего телефона. И, судя по распечаткам, неоднократно вам звонила. О чем вы с ней говорили? Я же вам уже объяснила, мы давным-давно с Кирой не общались. Хотя... Подождите, мне действительно несколько раз недавно звонили. Неужели это была она? Что она вам говорила? Какую-то абракадабру, детские стишки. Я думала, это телефонные хулиганы. Да уж. Довольно странная история. Подпишите. Это что? Подписка о невыезде. Вы действительно не узнаете эту женщину? Так, ребята! Ну-ка прекратите! Так, прекратите! Вот познакомьтесь, это Настя Лушникова. Она переехала в наш район и будет учиться в вашем классе. Так что вы с ней подружитесь, чтобы она чувствовала себя как дома. Мы не забывали, что в гостях. Павлов? Ты думаешь, это остроумно? Вот так, Настя, не смущайся, теперь это твои одноклассники. Давайте. Привет. А чего это у тебя? А что такая грустная? Любимого хомячка покрутил. Так, а ну хватит, придурок. Кто ее тронет, будет иметь дело со мной. Всем понятно? Наша королева новую подданную себе нашла. А тебе что, завидно? Ну что, будешь моей подданной? Ах ты, Кира-Кира, это ж надо. Да, мне самой не верится. Яркая была девочка и внешне, и по характеру. Я-то ее не очень привечала. Я помню. Да из-за тебя. Уж больно она любила тобой командовать. А ссоры, это вообще из-за чего? Ты же дня без нее прожить не могла. Да, это правда. Ба, а как ты думаешь, зачем мне Кира звонила? Это все как-то странно. Может, она не могла открыто говорить? Как потом она оказалась на этой стойкой площадке моей? Я не понимаю. Не знаю, милая. Ну, следователь все выяснит и тебе расскажет. А пока, если я правильно понимаю ситуацию, тебя частенько будут вызывать на допрос. Так же укрепись, дружок. Меня интересует следующее. Вы говорили, что когда-то поссорились с потерпевшей. Почему? Я не хотела бы это вспоминать. Киры все равно уже нет. Но я вас уверяю, это была детская ерунда. А вот Киру Андреевну эта ерунда очень сильно тревожила. Согласно показаниям Артура Зотова, именно жена уговорила его отдать этот выгодный заказ вашей фирме. Не может быть. Мы же с ней не общались. Тем не менее, она сказала, что хочет помочь подруге, у которой плохо с делами, а заодно загладить свою вину. Получается, что Зотова знала не только номер вашего телефона, но и ваши жизненные обстоятельства. Значит, Кира решила со мной помириться через столько лет. Такими вот странными звонками, да? Кира была неординарным человеком и очень самолюбивым. Для нее перешагнуть через гордость, извиниться было чем-то нереальным. Мне кажется, она и в Соколики поэтому приезжала, потому что не смогла мне позвонить. Возможно. В субботу, когда все произошло, вы водили ребенка из детского дома к стоматологу, так? Да.
Если бы я знала, что приедет Кира, я бы, конечно... Подождите, а почему вы это спрашиваете? А вы можете мне написать адрес клиники и номер детского дома? Зачем? Думаю, вам алиби сейчас не помешает. Ну, как ты тут без меня? Отлично. Поужинал сосисками, посмотрел боевичок, провел время, как настоящий муж, у которого жена занимается черт знает чем. Ой, Вишняков, не занудствуй. Вчера материал обсуждали до ночи, не было смысла ехать домой. Зато на следующей неделе лечу в Париж. Сабуров устроил интервью в музее моды. Да ладно? Угу. Ничего себе. Ну, скажи честно, скучал? Скучал. Очень скучал. Скучал. Очень. Безумно. Слушай, тут Лушникова приходила. Кто? А, это. Где ты адрес узнала? Пришла. Просила, чтобы мы от Даньки отказались. Делать людям нечего. Чисто по-человечески мне ее жаль, но Даньки ей все равно не видать. Вишняков, скажи, хотя бы в постели ты можешь думать о чем-то другом? А ты? Кроме работы. Работа, работа, работа. Так, все. Чего все? Все. 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 Иди сюда. Ну все. Да, все. Квиты. Все. Точно? Да. Ну что, на работу опоздала? Да, проспала. Неудивительно. Полночи свет горел. Тоже бессонница? Да я все про Киру думаю. Зачем она мне звонила? Почему я не поняла ничего? И со стройки уехала. Именно в тот день, когда она приезжала со мной поговорить. Может, она жива была бы еще. Ну ладно, теперь уже ничего не изменишь. В общем, пришло уведомление из опеки. Комиссия 26-го. Что? Через 3 дня? Господи, следствие, подписка о невыезде. Мне Данька сейчас никто не отдаст. Может, еще не успеет узнать? Успеет. Вишняков поможет. А я еще и с долгами не разобралась. Ну что, значит, выход один. Идти в опеку и дать Сыркиной взятку. Что? Бабуль, ты с ума сошла? Я не умею. Да и денег откуда взять? Держи. У тети Маши заняла. На всякий случай. А у тети Маши откуда? Она тоже заняла, так скажем, у сына богатенького. Потихоньку. Но вообще ты сама решай. Ладно. Терять-то нам уже нечего. Так что иди ты прямо сейчас в опеку. Милена Романовна, можно? Это вы решили там свои дела? Пока нет, но я... Интересные вы люди. Я же вас русским языком предупредила. Все должно быть безупречно. Комиссия даже не станет вас слушать. Я просто подумала, может быть, мы с вами могли бы... Что вы подумали? Вы подумали, что я пойду на должностное преступление в тот момент, когда решается судьба ребенка? Нет, нет, что вы меня просто неправильно поняли. Хорошо, хорошо. Я вас понимаю. Все мы люди. Присаживайтесь. Тем более, что я тоже считаю, что мнение ребенка должно учитываться. Справедливость, как говорится, выше закона. С завтрашнего дня пойду на больничный, так что неделя-полторы у вас есть. А если удастся и хорошенько разболеться, то и больше. Договорились? Да, спасибо. Чаю хотите? Алло? Анастасия Петровна. Следователь Панферов беспокоит. У меня для вас хорошая новость. Работу в Соколиках можете продолжать. Следственные мероприятия закончились. К тому же, ваше алиби подтвердилось. А, значит, мы можем работать? Да, теперь о плохом. Экспертиза считает, что хотя Зотова и погибла от множественных травм, несовместимых с жизнью, произошло это до того, как... Ее завалило плитами. Возможно, имело место убийство. К тому же вскрылись новые обстоятельства. Ваши подруги могли угрожать. Угрожать? А кто? Вот поэтому я вам и звоню. Среди личных вещей погибшей мы нашли детскую книгу «Королевство кривых зеркал». А в ней то ли записку, то ли начало письма. Ну, в общем, оперативники не обратили на это внимания, а потом узнали, что чернила-то свежие. Давайте я вам прочту. Мой верный паж, думаю, мне придется умереть. Так вышло. Если это произойдет, сходи в наш секрет-ленд. Выполни приказ своей повелительницы в последний раз. Вы
Вот, держи, все купила. Классненько. Я уж думала, твоей королеве пальцем придется контрольную писать. Ты много потратила? У меня с собой одна мелочь. Да не надо. Это же подарок. Ты мой самый верный друг. На, кстати, возьми свою книгу. Оставь ее себе. Это моя любимая. Тут девочки переодевались по Жанне. А потом у них такие приключения были. Слушай, а это идея. В смысле? Настя Лушникова, посвящаю тебя в свои королевские пажи. Отныне и навеки. У меня вопрос, Анастасия Петровна. Кого погибшая могла называть верным пажом? А, нет, нет, я не знаю. Мы с ней 15 лет не виделись. Вспомните, позвоните. Да. Если я вспомню, я позвоню. До свидания. До свидания. Уверяю, мы все перерыли. Прошерстили окружение Киры Андреевны. Вскрыли почту, личный сейф. На даче были? Были. Опросили прислугу. В Соколиках все перекопали на метр вглубь. Значит, копайте на 10 метров. Если мы не найдем эти документы, нам конец. Тебе это ясно? Ясно. Ищи. Тили-тили-тесто, играем в королевство. Этот парк – мое королевство. Здесь все, как я захочу. Эта скамейка – замок. А этот фонтан – королевский пруд. И все вокруг мои подданные. Но главное, у меня есть большой королевский перстень. Знак моей власти. Красивый. Старинный. Мама говорит, дешевка. Но я-то знаю, он принадлежал моей прабабушке. Она была благородная. Ты настоящая королева. Сейчас я спрячу перстень, зашифрую маршрут и буду ждать тебя в замке. А я? Так, а ты пойдешь к королевскому тайнику, возьмешь подсказку и начнешь искать. Чтобы игра началась, нужно сказать волшебные слова. Тили-тили, тесто, играем в королевство. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Заходи. Петр Семенович, вызывали? Вызывал, вызывал. Проходи, садись. Меня ни для кого нет. Ну чё, ты со мной задумал в дурачка поиграть, да? Не понял. А я объясню. Я таких, как ты, на удобрение пускаю. Петр Семенович, я действительно ничего не понимаю. Я... Да я ничего не понимаю! Ты вот объясни мне, ты зачем мне в глаза врал тогда, что все документы по Соколикам уничтожены?
Ты что, хотел мне это сюрприз сделать, да? У тебя получилось. На! Полюбуйся. Что это? Это письмо счастья. С главпочтамта пришло, на мое имя. Лично в руки. Черт, что за бред? 10 миллионов евро. Да. На принтере отпечатано. Ни отпечатков, ни запаха, ни почерка, вообще ничего. Слушай, а это часом не твое творчество? Да вы что, Петр Семенович, побойтесь Бога, здесь же с меня деньги требуют. Вот, господин Зотов в равной степени заинтересован в том, чтобы ваша афера не всплыла. Вот, и заплатишь. Вдвойне заплатишь. И этим ублюдкам, и мне. За моральный ущерб. Петр Семенович, ну это же какая-то нереальная сумма. А че ж-то она нереальная-то такая? Очень даже реальная. По 1 миллиону за каждый год, возможно, тюрьмы. Оно того стоит, это я еще молчу. Про свою должность я молчу. Дай сюда. Как тебе это нравится? Если вы согласны, наденьте белый галстук на ближайшие теледебаты и ждите инструкций. Мне ждать инструкций! Я жду объяснений. Моя жена выкрала папку. Я не хотел вам говорить, я не хотел вас расстраивать лишний раз. Я думал, сам справлюсь. Но потом Киру убили, вы же знаете. Да мне плевать на твои подробности. У меня выборы на носу. В общем, одно из двух. Или ты находишь и уничтожаешь этого незнакомца с документами, или я тебя закопаю. Живьем. Рядом с твоей драгоценной супругой. Я надеюсь, ты меня услышал? Услышал. Бабуль, что такое? На тебе лица нет. Сбрасывай отрицательную энергию. А что у нас случилось? Семен звонил, сын тети Маши. Требует немедленно вернуть деньги. Такой скандал устроил по телефону. Ужас. Такие слова говорил. Безобразие. Господи, какие деньги? Ну, которые я заняла для нас тогда. Ну, в смысле, тетя Маша заняла так потихоньку. Я думала, постепенно отдам. Срочно потребовались ему деньги, понимаешь? Ну, в общем, кошмар. Говорила же, никого не надо впутывать. Да говорила. Но что самое смешное? Я этого Семку плавать учила, от сколиоза спасла. А тут, понимаешь, надо срочно где-то перезанять денег. Не знаю, может, ты на работе спросишь, может, кто выручит, а? Спроси. Спрошу. О! Ну что стоишь, помогай. А куда ты столько шматья взяла? Ты же всего на 3 дня летишь. Бежняков, ты меня удивляешь. Это же Париж. А я как-никак у тебя звезда экрана. Слушай, звезда экрана. Чего ты ни свет ни заря собираешься? У тебя самолет поздно вечером. Я потом не успею. Дел не в проворот. Нужно Сабурову дать последние указания, кучу информации для интервью прочесть. Редактор удружила. Парикмахер, а потом в 5 косметолог. Стоп, как косметолог? Мы же вечером собирались Даньку на футбол вести. Господи, я думала, это так рассматривалось, как вариант. Какой вариант? Ты сама сказал, будет суперигра. Что тебе дали пригласительное VIP-ложу? Ну, дали. Но ты понимаешь, что мне сейчас не до футбола. Я Даньке обещал. Он тебя всего 1 раз в жизни видел. Вообще, тебе этот ребенок нужен или нет? Так, ты действительно прав. С моим графиком легче было бы собачку завести. Что? Прости. Прости, я пошутила. Я признаю, очень неудачно. Где билеты? Ну, я не знаю, я поищу. Где-то в редакции. Я с делами разберусь и сразу к вам. Начало в 7. Послушай, если ты сразу с чемоданом заедешь ко мне на студию, то мы опоздаем совсем чуть-чуть. Сходим на матч, погуляем с Данилой по городу, посидим в кафе. Ну, а потом, когда отправим его обратно в детдом, ты завезешь меня в аэропорт. Идет? Идет. Спасибо. Держи витамины. Спасибо. Ну, теперь ты рассказывай, что у тебя случилось, я же вижу. Честно? Мне Кира перед смертью письмо оставила. Письмо?
Даже не письмо, а зашифрованное послание, как в детстве. Игра по станциям. Там был какой-то стражник, фрейлина. Ой, как мне не нравились ваши игры. Она забавлялась, а ты бегала, как собачонка. Да ладно, интересно было. Значит так, вот это вот письмо спрячь подальше и забудь. Семену нужно деньги возвращать. Бабушка, я придумаю, кого занять. А ты не знаешь, кто был стражником? Ты опять? Да нет, я не опять. Ну, просто мне интересно, кого мы могли называть стражником? Да не знаю. Ну, какого-нибудь воздыхателя. Да не было у Киры воздыхателя. Ее мальчишки всегда побаивались. Хотя... Но только никому. Поняла? Это большой секрет. А ну, стоп! Я же сказала, соблюдать дистанцию 7 шагов. Я соблюдаю. Ну вот и соблюдай. Слушай, а хочешь, Иванов и твой портфель принесет? Не надо, ведь это твой рыцарь. Ну скажешь тоже, рыцарь. А кто же он? Ну, например, стражник. Наш королевский стражник. Эй, стражник, держи. А помнишь, ты недавно говорила, что ты видела Колю Иванова во дворе? Ой, ты молодая, все перепутала. Во-первых, не Колю, а его мать. И не во дворе, а в поликлинике. 2 часа трындели в очереди. Так, а они все еще вместе живут? Нет, он съехал. Он открыл автосервис. Валера, материал шикарный. Но. Только я тебя очень прошу, поставь толкового монтажера. Татусик, все будет в ажуре. Муа. Что бы я без тебя делала? Только я одного не понимаю. Сам все устроил и не едешь. Ну, ты же знаешь, родная, с тобой хоть на край света. Да. Но есть один нюанс. Друг из Москвы приезжает. Он сейчас там большая шишка. Вот как? Ген, продюсер одного из федеральных каналов. Интересно. И с чем это он к нам пожаловал? Да, честно говоря, ни с чем. Так, с друзьями встретиться, водки попить. Так что у кого-то Париж, а у кого-то Россия. Умеешь ты, Валерочка, интригу замутить? Кстати... Ты не хочешь к нам присоединиться? Украсишь вечер? Нет. Здрасте. Вы по записи? Коля, Иванов? Да. Узнаешь? Я Лушникова, мы учились вместе. Настя? Настюха! Вот это да! Столько лет! Ну, значит, богатый будешь. Кира же говорила, что ты придешь. Кира? Конечно. Ты же единственная, кто к нам на 15-летие выпуска не пришла. Королева сильно расстроилась. Ну, да, у меня не получилось. Были дела. 15 лет дела? Да ты же никогда на нашу встречу не приходила. Значит, за флешкой пришла. Что? Ну, Кира же тебе флешку оставила. Пойдем, покажу. Говорил, чтобы я лично убедился, чтобы ты посмотрела видео. Да? Конечно. Кира же фильм сняла к нашему юбилею. Присаживайся. Сейчас. Где-то здесь. А вот, помнишь, у нее же единственная камера была из класса. Вот. Да, смешные мы здесь. Да. Ира, как всегда, красотка. А первая любовь не ржавеет, да? Ну, в общем, да. А ты на 20-летие-то пойдешь? Кира хотела свеш устроить на проходе. А ты знаешь, ведь Кира... Что? Передумала, что ли? А, нет, нет, ничего. Я пойду, мне нужно. Спасибо тебе большое за флешку. Ни за что, это же Кире спасибо. Так ты заглядывайся, что? Да, да, пока. Ладно, пока. И я тебя еще должен уговаривать. Тань, ничего не будет. Просто поговорим, поедим. Он затевает какой-то грандиозный исторический проект. Но змей-искуситель. Мне к интервью готовиться надо. Танюша, ты профессионал. И учти, что профессионалы от такого шанса не отказываются. К тому же он ищет новые лица. Да, а то в Москве лиц не хватает. Вот сама ему и задашь этот вопрос. Ну, кто знает, может быть, после общения с тобой... Нет, это не вариант. И к тому же я пока в Москву не собираюсь. А у Вишнякова несколько иные планы. Твой Вишняков сбитый летчик. Ну, перестань. Понимаешь, он по работе башкой уперся в потолок, хорошо хоть не рогами. Вот и скучно парню стало.
Ну а как еще объяснить эту суету вокруг ребенка? Скажи, а тебе нужен самой-то этот ребенок? Да. Да? Вишняков. Какая неожиданность. Привет. Знаешь, я сейчас не могу говорить. У меня совещание. Ну, конечно, я помню. Да, я позвоню попозже. Ну, давай. Пока. Господи, уже столько времени. Mm-hmm. Мне в гримерку надо и к Леночке волшебнице. Да, кстати, а ты мне так и не сказал, где мы сегодня с твоим другом встречаемся. Молодец. Да ты же моя золотая. Я так понимаю, это цветочки. Ягодки впереди, да? Петр Семенович, мои люди уже выяснили. Файл с этим сканом пришел, скорее всего, только на два адреса. Ваш и мой. Нигде в сети его нет. Это пока нет. Будет. И мы уже ознакомлены с демо-версией. Да какая там демо-версия? Документик-то плевый, ни о чем. Этот плевый документик был в той папке по соколикам? Был. Всплыл? Всплыл. Значит, одно из двух. Или мы сидим и ждем весь остальной компромат. В открытом доступе? Или все-таки мы ищем? Ищем этого шантажиста. Да мы ищем, Петр Семенович. Мои люди уже вычислили IP-адрес, с которого шла рассылка. Так, и где? Где? Молодцы какие, смотри. В Швейцарии он где? В Израиле? В Канаде? Да нет, адрес российский. Более того, местный. Мои люди уже выехали. Вот как? Да. Держи меня в курсе. Да, еще одно. Уголовное дело по убийству твоей женушки будет закрыто. Ну, за отсутствием состава преступления или как там у них? То есть как? Ну, не хватало еще, чтобы полиция нашла шантажиста и документы раньше, чем мы. Пусть твои люди роют. До связи. Девочки, вы меня тут не попадайте, смотрите. Данечка, Даня, это что это у тебя? Да неужто ты сам собрал? Сам. Сам? Я бы так не смогла. Так, а теперь давай-ка бегом переодеваться. За тобой скоро приду. Мама, Настя? Нет. Ну, тетя и дядя Вишняковы, ты что, забыл, что они тебя на футбол сегодня приглашали? Не пойду. Как это не пойду? Это почему это не пойду-то? Нечестно, почему ее можно меня брать, а маме Насте нельзя. А маме Насте тоже можно будет скоро. Я сама слышала, как нашему директору звонили из опеки. Так вот, Анастасия Петровна смогла с ними о чем-то договориться. Это я ее научила. Сочиняешь, поди. Даня, футбол, ты даже не представляешь, какой это будет интересный матч. Играют самые сильные команды. Кусаю руки, кусаю губы, но не вернуть. Понимаете, Танечка, такая идея. Ну, ощути, так сказать, кожей. Другие эпохи, нравы. Ну, вы понимаете. Это очень интересно. Англичане пытались сделать что-то подобное. Помните? Помню, да, помню. Но пытались англичане, а сделаем мы. Да? Ну, что стоит? По рюмашке. Немедленно. Первая пошла, вторую крылом поманила. Танечка, потанцуем. Да? Нет. Танечка, вы прекрасно танцуете. О, здорово. А куда это с таким чемоданчиком? Это не мой, это Татьяна. Она на 3 дня в Париж уезжает. Куда? В Париж. И ты ее отпускаешь? Да. Одну? В город любви? Ты сумасшедший. Ты ее нигде не видел? У нее телефон не отвечает. Она что, еще на совещании? Про совещание еще не знаю. Но вот видел, да, выходящую студию с самим Сабуровым. Когда?
примерно час назад. При полном параде. Такая шарман, манифик. Ничего не понимаю. Это ты? Да, бабушка. Извини, не встречаю. Ужин в микроволновке. Я сегодня баба-яга, костяная нога. Так, а что случилось? Ничего страшного. В школе связку потянула. Учила своих балбесов, как правильно прыгать через козла. Бабушка, ты через козла? Ну, чем ты думала? Тихо. Если про возраст не надо, я в курсе. Так, где? Дай посмотрю. Ничего страшного. Пройдет через день-два. Удалось денег перезанять. А нет, пока не удалось. Я ездила в Соколики. Там работы возобновили. Вот, а завтра похороны Киры. О, это уже завтра, да? Надо бы сходить, но я не смогу. Ну ничего, ты цветочки от меня положишь. Положу. Вот, а еще следователь вызывает на допрос. И вообще я соскучилась по Даньке. Мы с Иркиной разрешила встречаться, а что толку? Все равно съездить нет времени. Ну, значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Завтра я пойду в скупку. У меня есть колечко и сережки золотые. Бабуль. Так, давай, ты ешь, а потом поговорим. Давай, иди, иди. Ну-ка, стой. Сделай громче. Да. Двое работников автомастерской были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Мотив преступления неясный. Ведется следствие. На этом наш выпуск. Это же Коля Иванова, автосервис. Ну чего, понравилось? Понравилось. Ты меня прости, пожалуйста. Я тебе VIP-ложу обещал. Но тетя Таня на работе задержалась, а пригласительные у нее были. Да не нужен ей этот футбол, я тоже. Ты не обижайся на нее. А я не обижаюсь. Мне ваша тетя Таня не нужна. Моя мама Настя. Я у тебя тетю Настю не отнимаю. Я тебе обещаю, мы все вместе будем дружить, общаться. Только наша семья может дать тебе гораздо больше. Мне не надо. Ну, ты просто не понимаешь, что такое трудности, пока еще маленький. А у тети Насти этих трудностей очень много. Врете! У мамы Насти нет уже никаких трудностей. Она и деньги заплатила, кому надо. И опека сама сказала, что меня точно ей отдадут. Откуда ты это знаешь? Наша воспитательница слышала. Ну, я пошла, спасибо. Дядя Миша, спасибо. Да. Вишняков, ну все, я освободилась, еду в аэропорт. Я очень рад за тебя. Ну, ты обещал привезти мне чемодан. Где встретимся? Ты мне тоже много чего обещала. И билеты на футбол, и по городу погулять. Спасибо и за это тебе. Послушай, не терзай ты меня, я и так на пределе. Ты знаешь, какой у меня сегодня список дел? Только в этом списке не нашлось ни строчки ни для меня, ни для ребенка. Но для хлыща Сабурова нашлась целая страница. Боже мой, ты что, ревнуешь, что ли? Ну, это, конечно, было бы очень приятно, если бы не было так смешно. Послушай, Сабуров устроил мне важную деловую встречу, и она принесла удивительные результаты. Короче, через полчаса я буду в аэропорту. Я жду не дождусь, когда все тебе расскажу. У меня тоже для тебя информация, только не такая радостная. Так, не зуди. Приезжай быстрее. Жду. Я за своих людей отвечаю. Нет в автосервисе в Лисино ничего подозрительного. Допустим. Персонал тряхнули. Так тряхнули, что в криминальные новости попали. Слыхом они не слыхивали ничего ни о каких документах.
Компьютер у них в холле стоит. Любой из клиентов может в интернете посидеть, пока его машину ремонтируют. А камер, конечно же, нет. Так а зачем вы тогда устроили это маски-шоу? Да я был уверен. А я уверен, что нам лишний шум ни к чему. Тем более эти криминальные новости. Об этом можете не беспокоиться. Обставим все как разборки конкурентов. Похищенным вкололи дозу. Они ничего не вспомнят. Выкинем их ночью на обочине. Не впервой. Ясно. Завтра в 12 у нас похороны. Торжественно. Я своим уже сказал. Молодец. Отследите всех неизвестных, пришедших проститься с Кирой. Может быть, ниточку и зацепим. Сделаем. Ну, привет. Что такой хмурый? Поздравь. У нас начинается новая жизнь. Ну? Вишняков, твоей жене предложили сегодня участвовать в проекте на центральном телеканале страны. Я тебя поздравляю. Тебе не интересно? Мне интересно, почему этим нужно было заниматься как раз в тот момент, когда мы в здании собирались... Потому что именно в этот момент к Сабурову, которого ты так не любишь, приехал однокурсник, продюсер с федерального канала. Всего на секундочку. И который сразу успел броситься к твоим ногам. Даже не пытайся ревновать. Все было очень просто. Он умный, обходительный и образованный человек. Хорошо, что предупредила. У нашего Данилы будет знаменитая мама на всю страну. Ну что, плохо? Что ты молчишь? Ну что случилось-то? Да нет, ничего, просто всю первую половину тайма мы искали входные. В общем, Даня наотрез отказался с нами жить. А еще проболтался, что Лушникова дала взятку. И ты поверил? Ну, даже если это и так, мы предложим больше. А давай сразу аукцион устроим. Ну ладно, все, мне пора, регистрация давно идет. Не бери в голову, у этой Лушниковой нет никаких шансов. Ну? Ну, не дуйся. Мы ее сделаем, как только я приеду, я тебе обещаю. Дальше я сама. Послушайте, вы называете это две минутки? Мне, между прочим, 12 на похороны, и вы об этом знаете, а еще цветы купить. Извините, начальство задержало. Я сейчас вас отпущу. Нужна ваша подпись здесь, и дело закрыто. Какое дело? Кирина? Почему? Потому что ее гибель признана несчастным случаем. Все, дело закрыто. Но вы же сами говорили, что Кире угрожали, и экспертиза показала, что... Говорил. Это было лишь предположение. Но результаты повторной экспертизы говорят о том, что пострадавшая сама виновата. Но это ерунда какая-то. Это не ерунда, это факт. А если у вас есть неопровержимые доказательства убийства госпожи Зотовой, можете пойти и написать заявление. У меня? Ну а если нет, нам не о чем говорить. Подпишите, и вы свободны. Спасибо. Господи, небесно вашему сучу. Алло, да? Мама Настя. Данечка, это ты? Ты откуда звонишь? Нянечка разрешила с ее телефона. Что-то случилось? Сегодня все поехали на экскурсию на целый день. Я сказала, что меня тошнит, и меня не взяли. Как же так? Данюш, хочешь, я директору позвоню? Да, да, позвони. Скажи, что ты меня сегодня берешь. Мой хороший, так ты специально на экскурсию не поехал? Я хочу к тебе. Данечка, хороший мой, но я... Сейчас не могу, у меня очень важное дело. Так я тебе помогу. Давай так, я сейчас закончу свои дела, приеду к тебе после обеда и поедем в парк. Договорились? И ты меня научишь той твоей детской игре, ты обещала. Торжественно клянусь. Жди меня, мой хороший. Пока. Простите, а вы и есть та самая Лушникова Анастасия Петровна, бывшая подруга Киры и мой нынешний деловой партнер? Бывших друзей не бывает. Да, мы с Кирой дружили в детстве, а потом наши дорожки разошлись. А вы кто? Зотов Артур Эдуардович. Муж, теперь уже бывший, скорее вдовец. А вы не знаете, почему Кира вдруг так внезапно вспомнила про свою подругу детства, о которой я, прожив с ней не один год, даже ни разу не слышал? М? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Но мне очень жаль, что мы с ней встретились именно так. Примите мои искренние соболезнования. Спасибо. Господи, а вы здесь откуда? Ну, вообще-то я на службе. Это у вас как называется? Информационный повод?
Вы бы лучше на себя посмотрели, моралистка. Дали взятку опеки, думали, я ничего не узнаю? Я никому ничего не давала. И вообще, оставьте меня в покое. Даня, ну чего ты? Поговорил? Ну чего ты сидишь-то как на посту, а? Ну давай-ка, давай-давай, пойдем ко мне сейчас. Пирожка поешь. Не хочу, баб Катя. Сейчас уже мама Настя придет. Надо сохранить свободное место в животике. Ну ладно, сиди тут, карауль. Хорошо, что ты пришла. Такая молодая, красивая. Я вчера, когда узнала, я даже в стопор в какой-то впала, никому позвонить не смогла. А ты звонила кому-нибудь нашим? Нет, я же ни с кем не общаюсь. Я только знаю, что у Кольки и Иванова неприятности. Да? Да, на него напали, и он в больнице. Да ты что? Надо навестить его. А, помнишь, он же был влюблен в Киру, она его своим рыцарем называла. Нет. Стражником. Точно, стражником. Стражником. Она все время в какое-то королевство играла. Да. Да и игралась. А ты случайно не помнишь, кого она первой фрейлиной называла? Нет. У нее все то пажи, то фрейлины были. Ну да. Я, кстати, фотографии принесла. Вчера полвечера перебирала, плакала. Она на выпускном такая красивая была. А я же даже не видела. Я же не ходила. Да ты что? Давай я тебе покажу. У нее такое платье было. Смотри. Да, красавица. Ага, вот это старая. Помнишь, мы тогда в поход ходили, и она нашу классную чем-то напугала, что-то шепнула ей на ухо. Да. И классная потом Кирин рюкзак всю дорогу таскала. Точно. Она же ее с тех пор называла первой фрейлиной. Да. А как она? У тебя есть ее номер? Ну, дома где-то записан. Хочешь, я тебе смс-кой пришлю? Да, будь добра. Ну что, в кафе помянем Киру? Я сегодня не смогу. Мне еще к сынишке нужно успеть. Понятно. Сколько сыну-то? Сыну 5. А моему 7. Взрослый. Да, взрослый уже. Знаешь, давай я тебе подарю эти фотографии. Вы же с ней лучшие подруги были. Спасибо большое. Правда, там большинство фотографий с ее последнего юбилея. Господи, кто бы мог подумать, что он для нее последний будет. Да. Ну что, до встречи тогда. Спасибо тебе. Пока. Увидимся. Рада была видеть. Что-то ценное? Нет, только фотографии. Вы уверены, что были только фотографии? Ну да, одноклассница принесла Киру вспомнить. Они, может быть, представляли какую-то художественную ценность? Нет, ну какую художественную ценность? Вы что, смеетесь? Странно. Ведь бандиты следили за вами с самого начала. Вы вспомните, может быть, враги у вас есть или денег кому должны? Денег, денег, да, должна. Сына бабушкиной подруги Семена, он требовал недавно. А чем Семен занимается? А Семена ларек на рынке. А много должно? Он давал под проценты, брал расписку? Ну что вы, как следователь, ну ничего нет. Никаких расписок мы брали, чтобы взятку дать. Ну, это дело хорошее, благородное. Но ларечнику такие громилы не по карману. Странно все это.
Знаете, у меня в последнее время вообще не жизнь, а сплошные странности и проблемы. Спасибо вам, что помогли, я поеду. Давайте я вас подвезу. Нет, не надо, я в детдом, к Дане. Ну, на вашем месте я бы туда не ехал. Ничего личного, но в таком состоянии у вас могут быть большие проблемы. Да, наверное, вы правы. Я буду вам очень благодарна, если вы меня подвезете домой. Хорошо, садитесь. Полина молодец. Ребятки, не отставайте, не отставайте. Данечка. Данечка. Ну, мама Настя никак не могла сегодня прийти. Она мне звонила. Она очень беспокоилась, что ты ее ждешь. Ну, давай покушай. Давай, покушай и пойдем в группу, посмотрим там, чего ребята интересные с экскурсии привезли. А когда мама Настя приедет? Завтра. Завтра обязательно приедет. Вот скажи мне, твои подчиненные все идиоты или среди них есть хоть один человек, который понимает, что Артур делает? Артур Эдуардович, они были четко нацелены на документы. Произошла нештатная ситуация. Когда Лушниковой передавали папку, пришлось импровизировать на ходу. Импровизировать? Вот, полюбуйтесь на эти веселые картинки вместе со своими импровизаторами. А по ходу соберите мне полную информацию на всех снятых здесь. Начните с этой, как ее, подруги детства. Это вам для профилактики. На Лушникову мы все нарыли. Чисто. Из нее никакой шантажистки не получится. Из нее даже подельница не пойдет. В нашем мире чистых людей не бывает. Ищите, землю ройте, пока я не начал импровизировать с твоей зарплатой. Я пойду. Иди. Мне в голове не укладывается. Ну, как это так? Два молодых здоровых мужика нападают на женщину. Да что же это такое? Неужели это с подачи Семена? Да нет, бабушка. Семену деньги нужны, а они взяли просто фотографии. Я вообще не понимаю, зачем. Зачем? Может быть, чтобы напугать? Мол, быстрее возвращайте деньги. Я не знаю. Может, это те, кого Кира боялась? А может, те, кто Колю Иванова покалечил? Может, все-таки это из-за Кириной записки? Да ну, вряд ли. Это обычное совпадение. Кира мне оставила у Коли флешку. На флешке школьное видео. Оно есть у каждого одноклассника. Неужели все-таки Семен? Кошмар. Линка, молодец, не забыла. Что там? Да так, ничего, пустяки. Как оказалось, в разгар съемок он выбрал время и прилетел за 1000 километров, чтобы увидеться со своей возлюбленной, местной теледивой Татьяной Карагановой. Как долго длится этот тайный телероман, нашим корреспондентам пока выяснить не удалось. Алло. Алло, это я. Вишняков, с ума сошел? В такую рань? Я сейчас тебя в «Светской хронике» видел в роли любовницы московского продюсера. Да? Ну и как? Блистательно. Слушай, Тань. Может быть, действительно Даньке будет лучше с той другой женщиной? Слушниковой. Вишняков, я не понимаю, ты позвонил мне в Париж, чтобы задать этот идиотский вопрос? Решил уступить этой лузерше? Нет, я ничего не решил. Просто если бы ты... Ты нашла время между эфирами родить ребенка? Проблем было бы меньше. Тебе обязательно вывести меня из равновесия надо. У меня сегодня важнейшее интервью, ты это понимаешь? Да, извини. Придурок.
Ну что, давай не чокаясь. Давайте. Никак поверить не могу. Сколько в ней жизни было. Помнишь, как она тогда в походе огорошила меня? Беременная, говорит. Живот болит, не могу рюкзак тащить. А я-то ей поверила. Да, я тоже всегда верила. Да, а я вообще должна признаться, что относилась к ней с некоторым предубеждением, считала ее эгоисткой. А она ведь совсем другая выросла. Вот узнала, что я заболела. Навестила. Обещала лекарства привезти. Не успела. Скажите, она случайно ничего у вас для меня не оставляла? Ой, старость не радость. Совсем из головы вылетела. Она сказала, что ты зайдешь. Вот. Я даже не знаю, что это. Она мне сказала, что ты какие-то фотографии покажешь мне с этой штуки. Вот как. А компьютер у вас есть? Да. Дочкин, я правда не знаю, как его включать. Я сама включу, если вы не против. Да, конечно. Так. Так. Странно. О, какие кадры. Я, кажется, это уже видела. Это видео из детства. Мне Кира точно такую же флешку оставила у Коли Иванова. Что она хотела этим сказать? Я думаю, она хотела с тобой помириться. И помирить тебя со всем классом. Ну, после той страшной истории. Может быть. Может быть. Угу. Ну, что скажешь? Или этот документик тоже клевый, по-твоему? Вот гнида. Гнида? А я ведь тебя предупреждал. Похоже, нам пора обналичивать деньги. Петр Семенович, нереально за такой срок. Как ты сейчас сказал, это нереально, да? Скажи, а есть что-нибудь на свете, что для тебя реально? Или для тебя реально только меня подставлять постоянно? Мы работаем. О, они работают. Я вижу, как ты работаешь. Короче, административные ресурсы я задействовать не буду. Я еще не такой идиот, чтобы вовлекать в это дело еще кого-нибудь. Но ты-то хоть сам понимаешь, что если что случится, тюремный срок тебе гарантирован. И немалый. Mm-hmm. Ну, а в бизнесе, карьере я вообще молчу. Понимаешь? Ну, а если понимаешь, что ты тут застыл-то? Иди делай что-нибудь, работничек. Я не понимаю, за что я плачу тебе деньги? Вы хоть что-то можете? Артур Эдуардович, на этот раз айтишники сработали еще быстрее. Компьютер находится на конкретной квартире. Это не автосервис с толпой клиентов. Хозяина квартиры обязательно расколет. Мои ребята уже выехали. Рули в офис. Вас подвезти? Нам вроде как по пути. А вы здесь откуда? Следите за мной. Ну, не нужно быть Пинкертоном. Все ваши вечерние дороги ведут в детский дом. Садитесь в машину, а то уже темнеет. Не один я могу знать ваши маршруты. Спасибо. Мне бабушка звонила, говорила, вы заходили? Да, я хотел решить ваши финансовые вопросы. Финансовые вопросы? Ну, вы же сами говорили, ваш кредитор вас терроризирует, и сами подтвердили, что дали взятку. Я ничего не подтверждала, и вообще вы ничего не докажете. У меня просто есть свободные средства, могу дать взаймы. Сколько надо? Нисколько. Никакой взятки не было. Остановите машину.
Артур Эдуардович. Хозяйка квартиры, бывшая учительница Киры. Мы эту бабку хорошо тряханули, в общем, сдвинулись с мертвой точки. Что сдвинулось с мертвой точки? Не тяни резину, рассказывай. Так я ж докладываю. Выяснилось, что к ней приходила ее бывшая ученица Анастасия Лушникова. Более того, эта Лушникова упомянула Николая Степанова, своего одноклассника и работника автосервиса, того самого. Угу. Значит, все-таки подруга детства. Да, я, кажется, был неправ в оценке этой серой мышки. Был неправ. С бабкой нехорошо получилось. Что делать теперь будем? Настюша! Настенька, проснись, пожалуйста, милая. Что? Сколько времени? Лена звонила. Mm. Твоя одноклассница. Ты вчера правда навещала Галину Семеновну? Ну да, я заходила на полчаса. А что такое? Ты понимаешь, Лене звонила дочка Галины Семеновны. Она сегодня в 6 утра прилетела из Египта. Но звонит, мама не открывает. Она ключом свою дверь открыла, входит, а та лежит мертвая. Что? Мертвая? Да, ну там полиция, ну скорая помощь, все. Вроде инфаркт. Но в квартире все перевернуто вверх дном. Господи. А кто это? Не знаю. Кто там? Открывайте, полиция. Что такое? Здрасте. Здрасте. Разрешите? Да, вы что, что случилось? Гражданка Лушникова Анастасия Петровна? Я? Нет. Я Лушникова Анастасия. Гражданка Лушникова, у меня предписание. Вы арестованы по подозрению в соучастии в ограблении гражданки Скоробогатовой Галины Семеновны. Мне мои бабки нужны, поняла? В таком тоне я с тобой вообще разговаривать не буду! Убери! Убери да ногу! Ща. Убери! Ты думаешь, ногу. Старая, на тебя управы, что ли, не найду? Бабки гони! Как тебе не да стыдно? Да я тебе сказал, бабки! Чего? Прекратите! Ну ты кто такой? Прекратите! Криминальная хроника, успокоился? Чего хочешь от пожилого человека? Моя мать помогла ей, отдала ей деньги, а я на... А я Семен, копил на эти идеи. Семен! Да. Руки убери! Я их тебе верну. Я долг на днях отдам. Сколько она взяла? 35. Ой, не надо. Ой, нет. На. Нормально? Ага. Зачем мы это сделали? Так было надо. Все, успокойтесь. Все в порядке. Но вы же сами не верите в то, что я могла все это сделать. Мне кажется, что для человека с чистой совестью вы слишком часто оказываетесь в моем кабинете. Я уже все объяснила. Что все? Вот это вот? Фрейлины, стражники, королевские тайники? Я не знаю, что мне сделать, чтобы вы мне поверили. Рассказать истинную причину вашего появления у погибшей гражданки Скоробогатовой. Но я... Ее дочь утверждает, что вы несколько лет не общались с ее матерью, а потом вдруг неожиданно напросились к ней в гости. Какая причина? Кирина, завещание! Завещание? Где оно? Вот. Вот это вот и есть Кирина завещание. Понимаете, Кира была очень гордый человек. Может быть, она почувствовала, что ее хотят убить, или она вспоминала прошлое, нашу дружбу и ссору, и решила со мной помириться, нарисовав этот маршрут с персонажами из прошлого. И каждому персонажу дала по флешке. Я же говорю, Кира была необычный человек. Да уж. Видите, это обычное любительское видео. На второй флешке то же самое. Да, я знаю. Я думаю, что Кира сделала для меня эту открытку из детства. А про ограбление я ничего не знаю, честно. Все, хватит.
Перерыв. Конвой. Уведите. Василий Васильевич, Панферов, пока все без толку. В смысле, ничего интересного не узнал. Хорошо, жду указаний. В общем, сегодня утром звонок в дверь, полиция, Настю арестовали. Как арестовали? Это что, связано с опекой? Нет, не с опекой. Ну, разрешение на обыск, все по полной программе, вещи посмотрели. Ее обвиняют в ограблении. Я, подождите, я не понимаю, как ограбление? Это что, шутка, что ли? Ее классная руководительница, учительница. Она 15 лет с ней не общалась, глаза не видела. Но это абсурд какой-то. Знаете, может быть, это бред вообще. У меня ощущение, что это как-то связано с Кирой. Кира Изотова. Она из того света ее достала. Так, Наталья Николаевна, вы успокойтесь? Пожалуйста, успокойтесь. Я плохо сейчас понимаю. Вы расскажите мне все по порядку. Ну, по порядку, так по порядку. Да ни в коем случае. Добрый день. Как поступать? В соответствии с законом и служебными обязанностями. Начальник следственного управления отзвонился. Ноет. Мол, следователь не может найти прямые улики на эту Лушникову. Не за что ее задерживать. Думаю, плохо искали. Да нет. Там еще судебно-медицинский эксперт нам удружил. Сразу зафиксировал, что смерть старухи произошла ночью. От сильного стресса. А Лушникова в это время уже давно была дома. А кто бы сомневался? Слушай, а ты уверен, что старуха правду сказала твоим гоблинам? Да. Может, там еще кто был? Нет. Но помимо этой девицы... Нет, исключено. Выложила все, что знает. А потом вспомните историю с автомойкой. Все же замыкается на Лушниковой. Да, похоже, что так. Нужно дать указания следователю, чтобы они подкинули улик в это дело. Им не привыкать. Пусть закатают ее в камеру, посидит с уголовниками, быстро расколется. В конце концов, можно подсадить на сетку. Посидит на сетке. Некогда нам рассиживаться. Ты на календарь смотрел? У меня теледебаты на носу. Да и на полицию давить перед самыми выборами не стоит. Ладно. Пусть отпускают эту овцу. А ты сам лично своими методами ее обработаешь. Собирай ребят. Приеду, объясню. Вот она, Лушникова Анастасия Петровна, задержана сегодня в связи с нападением на квартиру пенсионерки Скоробогатовой. Не слабо. Дело находится в производстве, следователи по делу. Панферов. Панферов. Это ж друг твой. Ну, друг не друг, но мне кое-чем обязан. Была история. Так, Панферов. Толь, не в службу, а в дружбу. Скажи в редакции, чтобы меня не ждали. Я воскресный сюжет разрабатывать буду. Симпатичный? Кто? Сюжет. Да иди ты. А Лушников, ничего такая. Войдите. Пожалуйста, разрешите мне позвонить бабушке? Она там, наверное, с ума сходит. И где дом? Мне же полагается один звонок. Пожалуйста. Свободен. Подпишите. Что это? Подписка о невыезде. Очередная. И что, я смогу пойти домой? Сможете. Только мой вам совет. Не делайте опрометчивых поступков. Каких? Ну, например, не лазайте по королевским тайникам. Алло, бабуля? Бабуль, меня отпустили. А, не переживай, я скоро буду, да. Буду дома. А? А? Тихо, 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 тихо. А? Тихо. Алло. Алло, Настя. А?
карман, залезай. Поехали. Если б я только знал. Буквально полчаса назад я отпустил ее под подписку. Так что дома ищи. И если не секрет, чем вам Лушникова так интересно? Я с ней случайно познакомился на похоронах жены Зотова. А после похорон на нее напали какие-то отморозки. Интересно. Мне она этого не рассказывала. Все плела какую-то чушь про детские игры, про школьную дружбу. Полная ерунда. Показывала видео с флешки. Мы в походе, мы в столовой, мы на уроках. В общем, для криминального репортажа вряд ли это подойдет. И хотите совет? Не вмешивайтесь вы в эту историю. Целее будете. Что так? Ну так, делаю выводы, глядя на свое вышестоящее начальство. А вообще, Лушникова мне симпатична. Вряд ли она преступница. Скорее всего, вляпалась в паскудную историю в игры вышестоящих структур. Спасибо большое за совет. И тем не менее, я мог бы взглянуть на это школьное видео? Без проблем. Вряд ли такую ерунду к вечдокам запишешь. Так что давайте поднимемся ко мне в кабинет, я дам вам флешку. Вы все равно к Лушникову идете. Вот и забросите. Анастасия Петровна, здравствуйте. Очнулись? Ну, а теперь начнем разговаривать. Настя будет с минуты на минуту, из управления ее уже отпустили. Да я знаю, она мне звонила. Когда? Ну, более часа тому назад. Она позвонила, сказала, что ее отпустили, что она едет. Потом странно разговор прервался. Вот я с тех пор звоню, она не отвечает. А, дайте, пожалуйста, телефон. Алло. Не знаю, чей телефон. Иду по улице, извини. Вы можете подождать? Подождать? Да. А сколько ждать-то? У меня номерок в поликлинику. А вы где? Сквер возле Ольховой. Значит так, я подъеду минут через 10. 1000 рублей вас устроит? Это ж другое дело. Конечно, подожду. Стойте там. Стою. Кто это? Обычная история. Жулик нашел телефон и отдает его за деньги. Но, скорее всего, просто вырвал его из рук Насти. То есть, как это вырвал из рук? А Настя где? Мне сейчас нужно будет поехать. Почему вы мне не говорите? Ее похитили? Скорее всего. Так. Что будем делать? Я вас сейчас забираю и отвожу в безопасное место. Значит так. Вы едете искать Настю. Если хотите, чтобы я была в безопасном месте, говорите адрес, я запишу или запомню. И доеду сама. Это избушка в лесу, а адреса как такового нет. Я нарисую схему. Листок бумаги дадите? Я вам сейчас все объясню. Мы в детстве с Кирой играли в королевство. Она делала тайники, а я их искала по карте. И вот сейчас повторилась такая же история. Анастасия Петровна, я дамских романов не пишу. История вашего детства меня не интересует. Госпожу Зотову вчера похоронили, а меня интересуют документы. Какие документы? Хотите сказать, вы ничего об этом не знаете? Вы не знаете, где оригиналы? Кто отдавал приказы слать нам сканы? Вы с ума сошли? Это какой-то жестокий розыгрыш. Меня вначале обворовали, потом арестовали, а теперь похитили. Как в дурацком боевике. А боевик начнется, если вы не перестанете упорствовать. Вы знаете, что в этих бочках? Кислота. Отлично расщепляет органику без остатка. И поверьте мне, я бы очень не хотел, чтобы вы испытали это на себе. Я даю вам время подумать. А чтобы думалось быстрее, мы сейчас навестим вашу бабушку. Подождите, но вы же не бандит, я вижу. Вы угадали. Вы тоже не Мата Хари. Просто в жизни бывают разные обстоятельства. Думайте. И думайте скорее, Анастасия Петровна.
Дань, я к тебе с поручением от тети Насти и бабушки. Ты не удивляйся, мы с ним помирились. Честно? Честно. Тетя Настя просила передать, что она сейчас уехала по работе, но сказала, что как только сможешь, сразу вернется и сразу к тебе. Это я уже знаю. Она мне письмо прислала. Какое письмо? Час назад вахтерша у себя на столе обнаружила. Ну-ка, дай посмотреть. Вот ведь человек. И письмо прислала, и вас просила предупредить. Любит Даньку, любит. Дане Полюшкину в собственные руки. Не скучай, скоро встретимся. Если что, я в плену у пиратов. Черномышкин проезд 13, строение 6. Правда круто? Да не то слово. А что за адрес? Да не знаю. Ну, придумал, наверное, чтобы Даньку посмешить. На, держи. Дядя Миша, а вдруг ее правда пираты похитили? Нет, ну это она пошутила. Она по работе уехала. А, ну тогда ладно. Да. Вишняков, милый. Ну что, как там Париж? Балы ли еще на месте? Да Париж прекрасно. Вот только сердце у меня не на месте, потому и звоню. Слушай, тут такое дело. Я у Даньки был. Нет, с ним все хорошо, но... Ну, замечательно, что у Дани все в порядке. Послушай, что я хотела. Передай Олечке, пусть она мне срочно перезвонит по поводу моих костюмов от Найденовой. Я никак до нее дозвониться не могу. Сделаешь, Вишняков? Знаешь, Тань, мне плевать на тебя, на твою передачу, так же, как тебе плевать на меня и на ребенка. Приятного аппетита. У нас в городе есть Черномышкин проезд. Навигатор показывает, что он где-то в промзоне. Дом номер 13 – это завод полимерных стройматериалов. А вот строение 6 – что это? Можешь посмотреть? Уже. Строение 6, дом на отшибе. Оль, спасибо тебе. Да пожалуйста, Мишань. Только у меня к тебе алаверды. Мишань, ты можешь меня приютить в своей хижине в лесу? Мне нужно мозги почистить. У меня проблемы. С Ольгой? Угу. Ах ты, котяра. Брат, мне так плохо. Давай без нотаций. Поздно. Дом я сдал пожилой женщине. О, годится. Пожилые женщины меня обожают. Я вызываю у них нежные материнские чувства. Мы поладим. Ладно. Только сначала узнай, кому принадлежит Черномышкин завод. Не вопрос. Пожалуйста, корпорация «Зодчий премиум». Ну что, я поехал на природу, а? То есть завод принадлежит Зотову? Угу. Интересно. И последнее. Копия ее показаний следователю. Это почерк Кирина. А что с Лушниковой? Изолировали. Говорить пока не хочет, зациклилась на этом бреде. Надо, чтобы заговорила. Только постарайтесь в этот раз поаккуратнее. Не пережмите, что без трупов. Тут уж как получится. Стражник первая, фрейлина палач. Бред сивой кобылы. Лушникова утверждает, что это конкретные личности из ее детства. Пожилая педагогиня-шантажистка? Нет, тут что-то не то. Тут говорится про какие-то флешки. Где они? Флешек пока нет. Но следователь божится, что на них полная ерунда. Ерунда там или нет, это нам решать. У Лушниковой флешки нашли? Нет. Ну так ищите. И спросите у нее про этого повара. Как мне все это не нравится.
Чего ты? Да нет там никого. Чего ты какой-то больно пугливый стал? Отпускать надо. Серьезно? Нужно скорее бежать к машине, пока они не очухались. Скорей! Сумка! Быстро! Садись вперед! Вперед! Живете пока у меня, здесь вас вряд ли будут искать. А как же ваша жена? У меня там бабушка одна. Жена в отъезде, бабушка в надежном месте, я ее предупредил. Вопросы еще будут? Пока нет. Проходите. Ладно себя. Вы меня посмешищем сделали, идиоты. Да она с напарником работала, без вариантов. Станислав Игнатьевич, на квартире Лушниковой пусто, и бабка куда-то испарилась. В школе, говорят, позвонила, взяла за свой счет якобы семейные обстоятельства. Ее явно предупредили. Короче, перетряхните город, но найдите мне всю эту компанию, всю, иначе я с вас. Ладно, что с поваром? Мы пересмотрели досье на одноклассников Лушникова и Зотовой. Под прозвище «повар» подходит Антон Какнадзе, в классе его называли «кок». Кроме того, есть Илья Закс, он стал ресторатором, Кира Андреевна могла знать об этом. Но еще на всякий случай повар школьной столовой, он там уже лет 20 работает. С кого начать? Со всех сразу и вчера. Свободны. Так что следователь меня высмеял с этой игрой в королевство. Сказки, говорит. Ну и зря, мне кажется, у вашей подруги были конкретные цели. Какие? Не знаю, но похищать вас из-за ностальгических воспоминаний никто бы не стал. Кстати, вы говорили, что бандиты интересовались документами. Да, они явно приняли меня за кого-то другого. А знаете, кому принадлежит то место, где вас допрашивали? Это одно из предприятий Артура Зотова. Кириного мужа? Именно. Странно, но мы же с ним даже не знакомы. Мы виделись на похоронах. Послушайте, может быть, это он Кира убил? Нет, ну таких резких заявлений я бы не делал. Вы присаживайтесь. И что вы предлагаете делать? Предлагаю двигаться по маршруту, указанному вашей подругой Кирой. Думаю, разгадка где-то в финале. А, стражник, первая фрейлина, а дальше был повар. Но я понятия не имею, кто это. Может быть, снова школьная кличка? Нет, у нас был кок, Антон Какнадзе, но его кличка никогда не ассоциировалась с поваром. Ну хорошо, не из школьных, а из других знакомых. Ах.
Ну, есть один, но это совсем как-то смешно. Но и тем не менее, кто это? Большой белый попугай. Он жил в клетке на окне дома, мимо которого мы с Кирой в школу ходили. Она все время еще говорила, что это королевский попугай. А кому он принадлежал? Одному инвалиду, бывшему моряку Захарычу. Он еще сидел на лавочке и просил деньги. Попугаю на корм и себе на выпивку. А где он сейчас? Понятия не имею. А я давно уже не хожу этими дорожками. Столько лет прошло. Адрес помните? Угу. А школьная 12. Так, я сейчас поеду туда, все проверю. А я? А вам резоне оставаться здесь. Вы поешьте, а я перекушу попозже. Да, кстати, а как вы догадались передать письмо Дане с адресом завода? Письмо? Я ничего не передавала, а как бы я смогла? Верная история, действительно сказочная. Настя, я подъехал. Дом номер 12. Четвертый подъезд. Шансов, конечно, мало, но... Ты не поверишь, сидит. Ко мне? Заходи. Слушай, отец, извини, что так скоропалительно, но дело срочное. А, ну это ошибся, малеха. Это не ко мне, это к Вовану через подъезд. А я дури не держу. А беленькой мне и самому не хватает. Я не в этом смысле. Много лет назад, лет 15, к тебе приходили две девочки. Кира и Настя. Помнишь таких? Девочки. Ну ты, друг, даешь. Да я уж в этом смысле отвоевался. Я не про это. Этим девчонкам нравился твой попугай. Его повар зовут? Повар. А ты что, тоже, может, пожертвовать, что хочешь? В смысле? Ну как, в прямом? Тут одна барышня с улицы его увидала. Ну, ей тоже понравился. Не могу, говорит, смотреть, как бедствует уникальный экземпляр и его хозяин, инвалид. 5 штук, между прочим, отвалило. На корм конкретно. Ну, такой птице грех не отвалить. Я поближе посмотрю. Да, пожалуйста, смотри. Это ж чудо, а не птица. Он, между прочим, умный стервец. Он все понимает. Говорит иногда, но, право говоря, непотребство какое-то. А так, красавец! А ну-ка, повар! Повар, скажи что-нибудь конкретно! Скажи, эту вещь та женщина подарила? Она чувствительная женщина, птичек любит. У меня тоже птичка есть. Я возьму у тебя эту штуку, а ты себе новую возьмешь. Угу. Ну, ты так это бери на память, не жалко. Повар, живем, теперь мы с тобой кормами обеспечены на неделю. Спасибо. Конкретно. Третий раз уже смотрю. Тот же школьный ролик. Я не понимаю, что она имела в виду. По законам детектива здесь должно быть что-то зашифровано, но не похоже. Скорее всего, очередная пустышка. Пустышка? Но зачем? Не знаю, может быть, она спасала себя таким образом и заметала следы. Сейчас мы все равно ничего не выясним. Вы устали. Вот диван, белье. Отдохните. Спасибо большое. Отдохнуть нам сегодня не удастся. Что? Нас вычислили. Пошли. Ну вот, еще один документик прилетел. Мы потеряли время, играя в бирюльки, навязанные нам Лушниковой. Уже до школьного учителя добрались, чуть душу из него не вытрясли. Ну и? Выяснилось, что в деле замешан Вишняков. Пока непонятно как, но замешан. Подожди, Вишняков, это что, тот да. самый? Журналюга? Да, это скан с его компьютера. Вот.
Это уже результат. Смотри, а подружка твоей жены не такая и дура, как мы о ней думали. Вишняков, фигура серьезная. За 10 миллионов кто устоит? Профессионально работает, гад. Вот эта бумажка вкупе со всеми остальными, вот это уже бомба. Только вот, че же он так прокололся-то, а? Дал себя обнаружить? Я думаю, понадеялся на заблокированный доступ. Мои люди уже у него. Ну что ж, посмотрим. Так или иначе, эту проблему решать надо. До теледебатов остались одни сутки. Толик? Алло, Олечка, это я. А, Татьяна Александровна. Ты знаешь, меня очень беспокоит мой Вишняков. Никак не могу до него дозвониться. Он как вообще, в порядке? Наверное, да. Да? А по-моему, он не в себе. За 3 дня позвонил один раз, и то взвинченный какой-то, раздраженный, наорал на меня. А теперь телефон отключил, на домашний не отвечает. Ты представляешь? Я не понимаю, это что все из-за Данилы? Но я же не чиню никаких препятствий. Хочешь ребенка? Ну, пожалуйста, давай возьмем. Только у меня работа. Он же должен с этим считаться. Кстати, ты его сегодня не видела? Нет. Татьяна Александровна, у меня Толик пропал. Мой Ракшин. Я утром спросила его, когда мы распишемся, а он ничего не ответил и ушел. Его теперь нигде нет. Я ему даже не сказала, что беременна. Не успела. Ой, какая ты дура. Нашла о чем переживать. Никуда твой Толик не денется. Кстати, вполне возможно, что и Вишняков вместе с ним. Наверное, по бабам пошли. По каким бабам? Ладно, все. Приеду, разберемся. По бабам. Жутковато здесь как-то. Ну почему жутковато? По-моему, очень спокойное место. Воздух чистый, свежий. А как вы его нашли? Это досталось по наследству от героя одного моего расследования. Ну что, добрый вечер. Ох, как вы незаметно подъехали. Спецагенты прям. Ну, не подъехали, а подошли. А во-вторых, Настя, позвольте вам представить, это мой коллега Анатолий. Анатолий, восхищение. Очень приятно. Так, давай только без твоих штучек. Угу. Настя, скажите честно, вы голодны? Где бабушка? А я ее уже съел. Что? Шучу. Вот она. Бабушка. Бабушка. А кстати, под руководством этой прекрасной женщины я наконец-таки научился мариновать мясо. Мишенька, спасибо. Главное, я сам уже практически собрался сделать ей предложение. И тут она с ножом в горло. Толик, пора что-то решать. Можно подумать, Толик сам не знает, когда что пора решать. Ну, никакого женского такта. Главное, ну со мной же так нельзя. Вот чего она хотела и чего она добилась. Она добилась того, что я начал сомневаться. Слышишь, что говорю? Там что, что-то интересное, что ли? О, девчонки бегают. Че, пионерская пора, школьные годы, да? Да, это Настина школьные годы, да. Вот она, видишь, маленькая еще. Да ладно. Ну что, уже? Уже видно, что вырастет красавица. Ее преследуют, скорее всего, из-за этого видео. Слушай, ты же компьютерный гений. Mm-hmm. Можешь посмотреть, что не так с этой флешкой? Я уже голову себе сломал. Так. Не знаю. Флешка как флешка. И файл обыкновенный, еще криминального. Но можно, конечно, попробовать их протестировать. М? Давай. Такой продуманный он. Все у него так устроено тут. Да. Знаешь, я совершенно потеряла форму. Всю жизнь учила тебя самообладанию, силе воли. А сама первый раз взрыднула я преступно, отвратительно, когда тебя увела полиция. Второй раз вообще с ума сошла, когда тебя похитили, позвонила в школу, что не приду, и сюда, рысцой и огородами. Бабулечка, это было очень здравое решение. Но самое отвратительное, мне преступно нравится Вишняков. А ведь я же понимаю, что он претендует на Данечку. Он тебе нравится? Какая разница? Дань я ему все равно не отдам, не дождется.
Настя, можно вас на минутку? Зачем? Там Ракшин кое-что нашел, я хотел показать. Ну иди, это дело. А завтрак скоро? Скоро будет готов. Ну что тут? Ну, в общем, так. На каждой из этих флешек присутствует скрытый файл, что-то вроде вируса, который приклеен к основному файлу. Доступно выражаюсь? Нет, к какому файлу? В данном случае к вашему школьному видео. Каждый раз, когда вы наслаждаетесь детской хроникой, в интернет отсылаются сканы неких документов. Тут чего только нет. Вот проектная документация и счета договора. А, причем все это относится к строительству социального поселка Соколики. Это же мой объект. Сканы отправлялись на два электронных адреса – Зотова и мэра Петра Галыгина. Нашего мэра? Конечно, его родимого. Тут без вариантов. Подождите, допустим, Соколики строились с нарушениями. Но при чем здесь мэр? Два года назад я копал одно дело. Правда, мне это дело потом запретили расследовать. Реагенты. Совершенно верно. Городские власти тогда закупили несколько тонн гранитной крошки у фирмы «Однодневки» за откат для борьбы с гололедом. Правда, потом выяснилось, что эта гранитная крошка не просто ядовита, но и радиоактивна. Да, да, я помню, я слышала про это дело. Ну, еще бы не слышала. Это же такой скандал. Радиоактивные отходы необходимо сразу утилизировать. Тут, конечно, возникает вопрос, на какие шиши. Тогда мэр взял ситуацию в свои руки. Выделили из бюджета деньги, и реагенты захоронили где-то на севере города. Ну и очков себе набрал, и команду свою спас. Да, в общем, из этих радиоактивных отходов себе воздвиг нерукотворный памятник. Пойдемте, завтрак станет. Так вот, мэр обратился к своему другу Зотову, который как раз начинал строить Соколики. Гранитную крошку они отвезли на завод газобетонных материалов, который принадлежал Зочи Премиум. Залили цементом. Сделали свои плиты для будущего поселка. Такой домик-убийца, да? Ну, конечно, а потом уже по барабану, почему люди болеют, умирают. Неужели так можно делать ради имиджа? Это не имидж, это деньги, которые себе присвоили мэр Зотов. А утилизовали все на бумаге. Значит, они про эти документы спрашивали. И Киру убили, наверное, тоже поэтому, потому что она начала раскапывать эту аферу. И на тебя объявили охоту. И отслеживали IP-адреса. Но если адрес приходит автоматически при просмотре видео, значит, они знают, где мы находимся? А вот и нет. Потому что скан с флешки приходит один раз. Поэтому мы можем расслабиться и спокойно позавтракать. Это точно? 100%. Я поел. Тогда пойдемте. Наталья Николаевна, вы прелесть. А ваши завтраки – это просто что-то. Главное, практически из ничего. Прямо-таки из ничего. У меня после твоего рассказа аппетит пропал. Да у меня что-то уже тоже. Мэр и Зотов идут на пролом. Если опубликовать документы, им конец. Что делать? Действовать на опережение, нанести удар первыми. Друг, я тобой горжусь. Вот честно. Наша конечная точка – это палач. Наверняка у него оригиналы документов. И все-таки, ты можешь вспомнить, Кира кого-нибудь называла палачом? Да не знаю, я в последнее время только об этом и думаю, но вообще никого в голову не приходит, честно. Настя, успокойся. Давайте рассуждать логически. Кира не могла загадать то, что Настя не в состоянии разгадать. В вашей жизни в прошлом палача не было. Надо искать в настоящем. Наталья Николаевна, вы гений. Баннеры. Какие баннеры? Ну, баннеры. Ими же весь город обклеен. И вон, интернет пестрит. Пожалуйста, магазин компьютерной техники «Селена». Грандиозная распродажа, рубим цены с плеча. Рубим с плеча. А? Так, Толян, я безлошадный, давай мне ключи от твоей машины. Грандиозная распродажа! Рекламная акция! Грандиозная распродажа! Рекламная акция! Грандиозная распродажа! Зря вы со мной ввязались. Опасно. Или адреналина не хватает, или расстаться со мной не можете. Еще чего. Я просто мыслю разумно. Кира впервые указала персонажа не из детства. Может быть, он знает меня в лицо и только мне отдаст документы. Логично. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от Киры. Киры Зотовой. Она должна была оставить мне документы. Извините, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете Киру Зотову? Зотову? Понятия не имею. Извините. Приходите к нам в магазин. Похоже, облом.
А кто хозяин магазина? Хозяин? Иннокентий Витальевич Рыбин. А, мне кажется, я знаю этого Рыбина. Пойдем. Рекламная акция! Грандиозная распродажа! Здравствуйте. Добрый день. Не подскажете, где кабинет директора? А вот сейчас прямо и налево. Спасибо. Пожалуйста. А вы объясните, что происходит? Мы с Кирой в старших классах ходили вместе в театральную студию. Кеша Рыбин был там звездой. Он играл всех главных героев, а Кира — главная героинь. У них даже роман намечался. Я думала, он в театральный пойдет, а он вот в бизнес ударился. Да, заходите. Можно? Настюха! Привет, моя дорогая! Привет. Ой, какая красивая. А... Это муж? А, нет, это Михаил. Иннокентий Рыбин, очень приятно. Настюха, я тебя так заждался. Где ты была? У меня уже все сроки вышли. Подожди, самый главный документ, все потом. Что? Мне нужно, чтобы ты их подписала. Так, держи ручку. Держи. Так, вот сейчас. Вот. Подожди, но здесь реквизиты твоей фирмы. Да, а тебе что, Кира не сказал? Что? Так. Кеша, давай все по порядку. Ну, а чего объяснять? Все просто. Я недавно разыскал Киру. Мне сказали, что она очень удачно вышла замуж. А у меня фирма на последнем воздыхании, понимаешь? Дальше. Ну, я и подумал, вспомнить школьные годы, как мы с ней вместе репку играли. Угу. Помнишь, ты мышка была? Вот. И она меня проспонсировала и денег дала на рекламную акцию. У меня 3000 плакатов по всему городу, представляешь? Кеш, а при чем здесь моя подпись? Ну, как при чем? При том, что она сказала, что ты хочешь поучаствовать в благотворительности, поддержать малый бизнес. Слушай, тут сумма очень небольшая, но мне без твоей подписи не провести эту спонсорскую помощь по накладным, а рекламная акция уже заканчивается. А ты знаешь, что Кира, она... нет, ладно, ничего. Где подписывать? Вот здесь. Так, ага, так. Ага, правильно. Да, Пестряков, ты вовремя. Грузите коробки, выходите на улицу. Я сейчас выйду. Начинайте акцию. Я сейчас подойду. Да, все в порядке. Рекламная акция. Только сегодня не проходите мимо. Важные флешки с роликом о нашем магазине. Рекламная акция. Бесплатные флешки на каждый ролик о нашем магазине. Ну что ж, путь пройден. Документов нет. Или мы что-то упустили, или Киру кто-то обыграл. Как считаете? Я не знаю. Я уже больше ничего не могу. Ну вот, приехали. А я-то думал, вы агент 007 в юбке. Ничего, разберемся. Я не хочу разбираться. Я хочу домой. Я по Даньке соскучилась. Не надо плакать. Не плачь. Все будет хорошо, я обещаю. Ты мне веришь? Верю. Ну, тогда поехали. А то там Ракшин совсем испереживался из-за своей машины. Бесплатные флешки на каждый ролик о нашем магазине. Рекламная акция. Бесплатные флешки на каждый ролик. Ты смотри, что делает, сволочь. Письмо за письмом, письмо за письмом. Писем 100, не меньше. И главное, с разных адресов. Все отслеживают, никакой службы безопасности не хватит. Неужели Вишняков? А это уже не важно. У нас нет времени. Завтра теледебаты. А ведь он победил. Что делать? Белый галстук надевать. Господин мэр, мы готовы услышать ваше предвыборное слово. Благодарю. Но что я могу вам еще сказать, дорогие друзья? Последнее время вокруг нас и так слишком много слов. Все слова, слова, слова. А мне-то думается, что мой имидж как мэра складывается как раз не из слов, а из конкретных дел. До телевизора. Thank you.
Поехали! Восход сегодня был, восхитительный! Наталья Николаевна, это что такое? Вы зачем здесь прячетесь? Чтоб одной по городу шастать? У меня бейсболка, очки, яйца кончились. Потом как без новостей? Правда, такие новости лучше не знать. Вот свежая газета. Мэр лидирует в предвыборной гонке, спасибо. А у нашего мецената 20% отрыв. Ужас! Так, нужно будет Ракшина будить. Он статистику мэра подпортит. Каким образом он-то? Отправит документы в открытый доступ, так что отправителя невозможно будет вычислить. Главное его выпихнуть на большую землю. Ага. В общем, я поняла одно. Надо будить Толика, кормить его и отправлять в город. Ясно? Да. Да. Ну, меня тоже покормить не лишнее. Не знаю, не знаю. Оля? Алёнь! Эй! Ты что тут делаешь? Сволочь! А? Ты что, обалдела, что ли? Ты вообще, где ты был? Я тебя двое суток ищу! Дома тебя нет, на работе тебя нет! Я все полиции и морги обзвонила! Оль! А ты, оказывается, жив! Оль, я сейчас тебе все объясню! Какая же ты все-таки сволочь, Ракшин! Оль, что ты орешь, а? У нас с Вишняковым образовались срочные секретные дела, понятно? Да, я поняла. Я сразу поняла. Только я не поверила. Да о чем ты? Правильно мне говорили, что как только я заговорю о свадьбе, так у Ракшина сразу какие-то дела появятся, причем секретные. Ой, послушай, дай мне сказать! Заткнись, сволочь! И вот с этого момента у нас с тобой исключительное рабочее отношение. Ты понял? Оля! И передай своему Вишнякову, что Татьяна уже вернулась с командировки и там рвет и мечет. А вы, блин, спецагенты проклятые! Оль! Козел! Нам нужна моментальная реакция, а времени до выборов кот наплакал. А главный электорат в сети не сидит, как известно. Ну и кто же выпустит в эфир эту бомбу? К тому же всем известно, что телевидение спонсирует мэрия. Мне нужно будет сделать сюжет и перекинуть его на диск. А дальше Татьяна поможет. Наверное, уже вернулась из Парижа. Знаете что? Мне кажется, что вообще вся эта история, игра на перегонки с Кириными убийцами вас не касается. И вы можете уехать. Уже поздно. Люди мэра меня тоже ищут. А Данька? Ну вот именно из-за Даньки мы и должны победить. И в конце концов, давайте уже перейдем на ты. Давай. Париж – город мечты. Наверное, каждая из нас, женщин, хоть раз в жизни мечтала побывать в столице. Останови. Где ты выкопал этого оператора? У меня здесь два подбородка. Ну, дважды не три. И потом, для красивой женщины, которая только что вернулась из Парижа, ты как-то чересчур взвинчена. Акклиматизация. Это будем переснимать. И вообще, ты Вишнякова не видел? Нет. А разве он не дома? Ракшин говорил, что он болеет. Не дома. Славик, погуляй, пожалуйста, 5 минут. Вот что ты психуешь? Кому твой Вишняков нужен? Объясни. На вот лучше держи. Что это? Это визитная карточка. Ты произвела на моего друга-продюсера неизгладимое впечатление. Кто? Понятия не имею. Алло. Да, это я, привет. Вишняков, ты? Да. Ты вообще где? Выбил меня из колеи в командировке, в аэропорту не встретил, теперь звонишь с непонятного номера. Что происходит? Я отключил мобильник, потому что шифруюсь. Раскручиваю очень серьезное дело. Тань, мне очень нужна твоя помощь. Давай все подробности при встрече. Сегодня в нашем кафе в 9 вечера. Пока. Ну? Черт знает что. Да. Толь, это я. Ну что, документы в сети? Да если бы. Идиот я конченый. Что случилось? Флешки твои секретом оказались. Кто-то очень забавный скрипт написал. При попытке копирования или переноса скрытых файлов они самоуничтожаются. В смысле, флешки? Файлы. И сами никуда не копируются. И флешка становится девственно чистой. Хоть в магазин ее неси, сдавай. То есть ты уничтожил все сканы по соколикам? Ну... не все, конечно, но самое важное уже не восстановить. Все, я перезвоню.
Здравствуйте, вас беспокоит Михаил Вишняков. Я хотел бы поговорить с Артемом Игоревичем. У меня есть материалы. Я думаю, они его заинтересуют. Займемся влажной уборкой. Или хотя бы попытаемся. Попытаемся. Ты не вешай носа, Настена. Твой Вишняков боец. Бабушка, он не мой. И вообще, я за Даньку переживаю. Какие-то страшные мысли в голову лезут. Ты представляешь, что с ним сделают, если они поймут, как он нам дорог, мне и Мише? Ой, Господи. Они ни перед чем не остановятся. Ну, значит, надо что-то делать. А что делать? Звонить нельзя, выходить нельзя. Мы Мише обещали. Ну, подожди, подожди. Я здесь по собственной инициативе. За мной никто не следил. Меня лично никто похищать не собирался. Так что свободный человек в свободной стране. Обещаю соблюдать предельную осторожность. Бабушка, ты что, куда-то собралась? Садись и пиши записку для Алевтины Викторовны. Она меня помнит, она добрая, она разрешит мне погулять с Данечкой. И что? Ну что, я приведу его сюда. И мы здесь прячем его на какое-то время. А детдом нам не разрешат. Мы объясним, что нам оставалось делать. Экстремальные обстоятельства. Бабушка, ты что, собралась Даню похитить? А ты хочешь, чтобы это сделали бандиты? Я вам больше скажу. С недавнего времени я тоже в курсе этой аферы. Но у меня же нет документов, нет доказательств. А ведь нужна еще поддержка сверху, вы же понимаете, о чем я? Да, я догадываюсь, но я лично видел сканы этих документов. Нужны оригиналы. Но они пока недоступны. Пустая шумиха всем нам принесет больше вреда, чем пользы. В случае, если мэра переизберут. А замалчивание этой истории все равно, что соучастие в ней. Согласен. У меня есть убойный сюжет по соколикам, замерами уровня радиации, с архивными интервью, с комментариями специалистов. Завтра он будет в городском эфире. Да? Вот это уже интересно. А кто дал вам добро? Пока я не вправе разглашать эту информацию. Понимаю. Ладно, давайте так. Завтра в полдень откройте экоцентр. Если до этого времени пройдет сюжет, я дам свои комментарии про ИСИ в нужном аспекте, как вы понимаете. Отлично. Тогда и фон радиационный в Соколиках замерим, и экспертизу назначим, раскачаем лодочку. До выборов все это еще может выиграть. Но только после сюжета. Хорошо. Тогда завтра смотрите в 10-часовых новостях. Я гарантирую. Договорились. Ну, стартовая площадка вроде ничего. Осталось только красиво взлететь. Татьяна Александровна, я забыла вам сказать. Звонил фотограф и просил перенести фотосессию для сайта на 9. Но это невозможно. В 9 у меня встреча. Встреча? А у меня не записано. А с кем? Не ищи. С агентом 007 местного разлива. Ты мне лучше скажи, как у тебя с Ракшином? Да никак. Отшила я его. Ну и правильно. Лучше делом заниматься. Да, и мой тебе совет. С абортом не затягивай. Принеси мне кофе. Хорошо. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Это не суть важно. Скажем так, я от имени и по поручению городской власти, но конфиденциально. Какие-то нюансы с моим шоу? Отнюдь. С вашим шоу, я надеюсь, все в порядке. Нас больше интересует ваш агент 007. Послушайте, я понятия не имею, где сейчас Вишняков, и я уверяю вас, не что... надо нас ни в чем уверять. Вишняков влез туда, куда не следует. Я имею в виду структуры, финансирующие в том числе и ваше ток-шоу. А как бы было хорошо, чтобы ваша талантливая передача не ограничилась одним выпуском, а существовала долго и счастливо. Вы мне угрожаете? Напротив. Советую поступить правильно. Вы помогаете нам пообщаться с Вишняковым, а мы помогаем вам пообщаться с мэром в премьерном эфире вашего ток-шоу. Интересно? Но у меня программа о моде. Прекрасно. Пригласите Верховского, и пусть лидеры предвыборной гонки порассуждают об имидже политика с точки зрения моды. Представляете, какие будут рейтинги? Но... Поймите, найти Вишнякова – дело времени. Тем более, ему ничего не угрожает. Нас больше интересует его спутница.
Вы о ком? Милая девушка, которая втянула его в эту неприятную историю. А, вы не знаете. Хорошо. Мы встречаемся в 9 в кафе «Верность». Отлично. Мы встретимся с ним сами. А вы сэкономьте время и встретьтесь со своим фотографом. Постойте, а предложение об участии мэра в моем шоу в силе? Непременно. Завтра обсудим детали. Так. Олечка, одумалась? Кофе мне принесла. Вот у меня две слабости. Ты и кофе. Он что-то холодный совсем. Оля? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Я ненавижу мужиков. А тебя? А тебя я особенно ненавижу. Ну, Татьяна Александровна, как она могла? Я что-то не понимаю. При чем здесь я и Татьяна Александровна? Слушай, иди скажи Вишнякову, что его ищут. Я не знаю, что он там сделал, но я только что слышала, как Татьяна Александровна какому-то мужику сказала, где его искать. А за это к ней мэр придет на ее эфир. Ты вообще представляешь? Она своего мужа предала ради какого-то паршивого шоу. Так, малыш, а вот с этого момента давай поподробнее. Цена этого райского уголка для простых людей – 40 миллионов присвоенных бюджетных средств и 2000 человеческих жизней, обреченных на медленное умирание. Ну как тебе? Очень сильно. И ты такой смелый. Ну, насчет смелости и авантюризма. Мне до вас с бабушкой очень далеко. Это надо же уйти в город на 4 часа. Она обещала быть предельно осторожной. Ну что я могла сделать? А если что-то случится, мне что делать? Мне нужно ехать к Татьяне, передавать диск. Успел! Ну что, туговато, без мобила-то? Да. Значит так, твое свидание в кафе сегодня отменяется. Почему? Мне Олечка все рассказала, Татьяна твоя тебе с потрохами сдала. Вместо нее навстречу приедут люди мэра из Отова. Старик, мне очень жаль, но это правда. Дай телефон, я в Москву позвоню. Шмелеву? Да, он крутой журналист. Не получится здесь, получится на федеральном канале. Может быть, даже лучше. Костя! Бабушка! В детдоме паника! Танечка! Исчез. Ты уверен, что мы правильно все делаем? Там же засада. Да, засада, поэтому ты там не нужна. Это неразумно. Останься хотя бы в машине. Нет. Вместе, значит, вместе. Очень хорошо, что вы пришли вдвоем. Присаживайтесь, нам есть о чем поговорить. Пока вы не отпустите мальчика, разговаривать нам не о чем. Если с ним что-нибудь случится, я обещаю, мы вас уничтожим. Вашу аферу с околиками мы уже расшифровали. Я принял к сведению вашу угрозу. Но, если честно, сейчас меня намного больше интересует Настасья Петровна, нежели вы, господин Вишняков. А меня интересует, где Даня? Так, давайте по порядку. Во-первых, никаких документов по Соколикам у вас нет. А без них любая истерика в СМИ – это не более чем клевета. Вы в этом уверены? Абсолютно. Во-вторых, я не имею никакого отношения к похищению ребенка. Я сам узнал об этом только час назад. Я вам не верю. Не интересует нас, веришь ты нам или не веришь. Тихо. Скажу вам больше. Мы сейчас с вами, если можно так выразиться, в одной упряжке. Я объясню, объясню. Сегодня я получил письмо на электронную почту. Ваш так называемый компромат на меня за границей. У неизвестного шантажиста, коим одно время я считал вас, Настя, и вас, господин Вишняков. А мне все равно, где компромат и кем вы меня считали? Что с Даней? Я, к сожалению, не могу вам сейчас ответить на этот вопрос. Я думаю, эту ситуацию прояснит сам шантажист. Он просит
10 миллионов евро в обмен на компромат. И еще у него есть одна такая странная причуда. Он хочет, чтобы деньги за границу привезли именно вы. Я? Лично. Я не знаю, чем объяснить эту прихоть, но как только сделка совершится, мальчик будет отпущен. Пожалуйста. Да вот. Госпожа Лушникова будет рада оказать нам эту маленькую услугу, ведь она будет бороться за живой, в скобочках, пока. Малолетний приз, приложенный к документам. Боже мой, Даня. Здесь 10 миллионов, купюрами по 500 евро. Загранпаспорт у вас есть, шенгенская виза открыта, это мы выяснили. Так что мне от вас нужно только одно – согласие на эту поездку. Нам надо подумать. О, думайте. Думайте, конечно, думайте. Только не затягивайте. Речь идет о жизни ребенка. Господи, да, конечно, я согласна. Отлично. На ваше имя забронирован билет на рейс 9711 Цюрих. Господин мэр поможет вам беспрепятственно вынести ручной клад через дипломатический коридор. Счастливого путешествия. Паш. Кира. Этот кейс ты везешь мне. Но ты же погибла, я сама видела. Что ты видела? Мое платье? Мой мобильник? Нет, ну вот я знала, что я с тобой не ошибусь. Прости, я не понимаю. Тут понимать нечего. Я тебе сейчас все объясню. Когда я получила должность в корпорации Зотова, а потом так вышло, что я стала еще и его женой, я думала, что обрела королевский статус. Но не тут-то было. Видите ли, дражайший супруг дальше кухни никуда не пускал. Мне не нужна жена, оценщик рисков. Я с этим справлюсь как-нибудь без тебя. Ну, в таком случае мне не нужен муж, который видит во мне только приложение к постели. А знаешь что, дорогой мой? Я хочу тебе сказать, что я с удовольствием открою собственное дело. Да. А ты давай, иди ищи другую жену. Развода хочешь, да? И небось имущество пополам? Я хочу тебя предупредить, я взял тебя голой босой, такой ты отсюда и уйдешь. Мои адвокаты позаботятся, риски оценила. Так, руку бери, давай! Вскоре Зотов забыл о той истории, а я нет. Я стала наблюдать за его махинациями и узнала тайну Соколиков. На тот момент у меня появился близкий друг, хирург Александр. Я вас познакомлю, он нас будет встречать в аэропорту. Так вот, он как-то обмолвился, что у них в больнице скончалась женщина после автокатастрофы, которую так никто не смог опознать. И она была очень сильно похожа на меня, представляешь? Особенно фигура. И вот тогда я поняла, что это судьба. Поставь туда, пожалуйста. Ну, отойди, я не вижу. Я вам больше не нужна? Нет, спасибо. Извините, мы уже опаздываем на открытие экоцентра. Что с Сокольниками? Был сюжет в эфире? Нет, лично смотрел, ничего подобного. А Вишнякову звонил? Он вне доступа, телефон не отвечает. Я так и думал. Трепло. Да, у нашего мэра все тылы прикрыты. Хорошо, что я не вляпался в эту историю. Бог уберег. Ну, поехали. Какой кошмар. Да, Александр договорился с кем надо, и бедняжку вывезли из морга. Ей накрасили ногти моим лаком, одели мою одежду. Господи. Подкинули мои документы, мой мобильник и отвезли в Соколики. Там же по выходным, кроме пьяных охранников, нет никого. Закидали ее плитами, чтобы при опознании никаких проблем не возникло. На том участке, где твоя фирма работала. А я зачем тебе там понадобилась? Потому что я заранее знала, что ты поучаствуешь в моей игре. Кто всегда лучше всех выполнял волю королевы, а? Кира, это было в детстве, давным-давно. Милая моя, люди не меняются.
И ты как мышка побежала по лабиринту, который я специально выстроила для того, чтобы отомстить своему дрожащему мужчине. Подожди, так значит, Даньку... Да, да. Я использовала твою привязанность к сиротке. Да, это я подкинула подсказку в детдом. Куда тебя потом зотовские шестерки для собеседования отвезли, Настя? А иначе по-другому никак, никак. Игра бы остановилась. А вот, вот тебе же кто-то помог. Явно не полиция. Какая разница? Один человек. Зачем ты похитила Даню? Для твоего стимула. Кира, ты чудовище! Где он? Что с ним? Тихо, тихо. Прилетим, я тебе все расскажу. С ним все в порядке, не переживай. Ты что, уверена, что уже победила? Ты имеешь в виду, что мой муженек и его босс не предпримут против меня каких-то действий, да? Уверена, предпримут. Просто так они не сдадутся. Но я, во-первых, хочу, чтобы Зотов непременно узнал, что это я его наказала. А во-вторых, я больше чем уверена, они ничего не сделают. Почему? Потому что я им оставила копии документов. Отличные копии. А оригиналы где? Оригинал я спрятала. Страховка-то не помешает. Хочу — опубликую, хочу — нет. Ой. А этот Верховский, он в курсе, что у меня есть такой драгоценный лот. Мы, правда, с ним еще в цене не сошлись, но я думаю, мы договоримся. А вот Зотова и мэра я пока помилую. Кира! Ты за границей. Деньги у тебя. Ты получила все, что ты хотела. Я хочу знать, где Даня. Немедленно. Я надеялась, мы этим вопросом займемся в более комфортных условиях. Ну, давай. Что? Мобильник, давай. Быстрее. О, да, так. Отправить. Так. Я думаю, через минут 10, может быть, максимум 20, мальчик будет освобожден. Это симпатичный малый. Ну что, теперь все формальности улажены? Пошли. Куда? А что, я тебе разве не сказала? Ты остаешься со мной. Ты с ума сошла? Мне нужно срочно вернуться. Куда тебе нужно вернуться? Туда? Обратно? К бабушке? Да, может быть, к этому приемышу? Настя, чего? Милая моя, я тебе здесь обещаю райскую жизнь. Слушай, если мы с тобой когда-то там ссорились, это же, ну, это же просто какой-то детский бред. Настя, неужели ты забыла нашу дружбу? Неужели ты разлюбила свою королеву? Ты сумасшедшая! Ты помешалась на своем королевстве! Ясно, сумасшедшая с 10 миллионами евро в руках. Очень смешно. Привет. О, привет. Познакомьтесь, это Александр, это та самая Настя. Очень приятно. На, держи. Ну что, решено? Остаешься? Да ладно, расслабься. Наверное, уже представила, как насильно тебя в машину затаскивают. Так, держи это тебе на обратную дорогу. Надеюсь, ты еще не раз пожалеешь. И вот. Что это? На тот случай, если мы с тобой больше никогда не увидимся. Вскроешь его, если будет все совсем очень плохо. Хорошо? Обещаешь? Ну вот и отлично. Давай, счастливо, долететь. А мы пошли. Пока-пока. Ну что, нашли? Да, машина у аэропорта. Номера как в СМС-ке. Вскрываем. Час. А где мама Настя? Что тебе обещают? Если будут трогать папу, мама Настя меня заберет. Я, честное слово, не трогаю. Документы у меня. Слава Богу. Вези их срочно мне. Я в мэрии. С мальцом что делать? Да что хочешь. Вишнякову отдай, в детдом. Фух. Можете не проверять. Здесь все за вычетом гонорара за работу, разумеется. Скажите, я могу быть уверен? Они вам больше не повредят. Мы свое дело знаем. Ну, раз так, спасибо. Верю. На вашем месте я бы не спешил радоваться. Тут беседа школьных подружек, которую я записал в самолете. Кажется, она вам будет очень интересна.
Сколько? Тут ставки удваиваются. Оригиналы где? Оригиналы я спрятала. Страховка-то не помешает. Хочу, опубликую. Хочу, нет. Ой. А этот Верховский, он в курсе, что у меня есть такой драгоценный лот. Мы, правда, с ним еще в цене сошлись, но я думаю, мы договоримся. А вот Зотова и Мэра я пока помилую. Поздравляю. Какая тварь. Ты вот мне объясни только одно. Это что ж такого надо было сделать своей жене, чтобы она решила тебя вот так вот наказать? И какой изощренный ум надо было иметь, чтобы все вот это провернуть? Убью стерву. Опоздал. Иди сюда, смотри. Швейцарские новости. Es wurden keine Dokumente und keine Klamotten entdeckt. Ein einziges Teil, was wir gefunden haben, ist ein Frauenring auf der Hand der Frau. Die Experten sagen, der Ring wurde hergestellt in Russland. Nach dem Typ des Rings können wir herausfinden, wem er gehört. Das ist ein altes Antiquariat. Momentan wissen wir nicht, wie diese Menschen auf diesem Ufer gekommen sind. Это же Кирина колечко. Говорила, память детства. С пальца не могла снять. Ну вот и не сняли. Я думаю, тебе все понятно. И без перевода. Стопроцентная гарантия, что в этих черных мешках твоя бывшая и ее, как это сейчас называют, бойфренд. Серьезные люди поработали. Только этого мне сейчас и не хватало. Начнется же новое расследование. Да не кипишуй ты раньше времени. Как начнется, так и кончится. Первое дело закрыли, и это за мной. Да? А деньги где? Документы? А денег нет. Пропали, как в воду гнали. 10 миллионов? Да не думай ты об этом. Ты лучше подумай о том, что Верховский сейчас в курсе по Соколикам. И вот это и есть наша самая главная проблема. Я за эти сутки с ума сошел. Извини, не было прямых рейсов. Пришлось кругом лететь. Как ты, мой хороший? Что с тобой вчера случилось? Меня тетя красиво позвала. Сказала, что ты ее за мной прислала. Это была Кира. Кира? Она мороженое мне купила. А потом сказала в машине ждать, и я заснула. Господи, как хорошо, что это все закончилось. Садись. Оп. Через час мы должны вернуть Даньку в детский дом. И я боюсь, кошмар для нас только начинается. В смысле? Вчера Зотов прозрачно намекнул, что если мы не забудем о Соколиках, то неприятности будут не только у нас, но и у ребенка. Господи, а ребенок здесь при чем? Еще звонил Верховский, хочет встретиться. Я думаю, назревает битва местных гигантов. Но самое главное, я обещаю тебе, что не дам вас в обиду. Ты веришь мне? Добрый день. А, здравствуйте, Михаил. Извините, что заставил вас гнать так далеко. Тому есть свои причины. Здесь нет чужих ушей. Думается хорошо. Вы знаете, зачем я вас позвал? Догадываюсь. Михаил, пришло время придать гласности информацию по Соколикам. У вас появились доказательства? Нет. Именно поэтому я прошу вас выступить на радио, пока только от своего имени. То есть вы решили чужими руками жар загребать? А вам что? Судьба Сокольников теперь стала безразлична. Между прочим, я организую вам эфир. Вы же сами сказали, что экспертиза, проведенная под контролем мэра, ничего не докажет. А действовать без конкретных документов и бессмысленно, и опасно. Так сложились обстоятельства, что бездействовать теперь тоже очень опасно. Меня предупредили, что мэру стало известно о моих торгах с Кирой Зотовой относительно компромата по Соколикам. Но вы ведь не купили компромат? Не купил. Но это не мешает мне стать для него очень опасным свидетелем. Так что у меня только один выбор. Идти ва-банк. Ну так что? Радиоэфир состоится? Нет. Теперь это ваша с мэром игра, и я не хочу принимать в ней участие.
Я боюсь не только за свою жизнь. Ну что ж, как бы вам не пожалеть. У каждого в этой игре свои ставки. Добрый день. Сегодня в нашей эфирной студии известный кандидат на пост мэра города Артем Игоревич Верховский. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Ты слышал интервью, которое этот урод Верховский дал одной московской радиостанции? Нет. Так, ничего конкретного. Но на Соколике так и намекнул. Да, и на расследование Вишнякова тоже так как-то... Не понимаю, на что он надеется? Сволочь! Нет ни документов, ни копий. Ну, разве что с Вишняковым спелся. Вот это вряд ли. Вишнякова сейчас не до разоблачений. Слышал, его же отстранили от эфира. Mm-hmm. Да, Гришки там молодости, служебное расследование. И в аккурат до выборов. Кстати, с Верховским тоже надо будет как-нибудь подстраховаться. То есть? А то и есть. У меня когда с ним теле дебаты? Завтра. Завтра. Вот и надо сляпать какой-то сюжетец на моего соперника. Благо, материала на него предостаточно. Времени в обрез не успеем. Наша теледива Караганова с ее-то амбициями даже уговаривать не придется. Пойдем перекусим чего-нибудь. Ну, пойдемте. Здорово, коль не шутишь. Да какие шутки? Я к тебе с письмом счастья аж из самой Швейцарии. И Швейцарии. Швейцарии. Ты же вел дело о безвременно скончавшейся Кире Зотовой. Но? Ну, судя по этому запросу швейцарской полиции, она опять скончалась. Ну, убили ее. Тут все как положено, даже с картинками. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Ее же вроде как похоронили. Похоронили. Ты обедать-то пойдешь, Мигре? Сейчас уже все начнется. Да знаю, тут что-то аппаратура глючит. Сейчас. Так. Бедняга этот Верховский. Он еще не знает, какой сюжетик для него Татьяна Александровна сварганила. Ага. Она ж сама гордится. А еще Вишнякова приплела. Дескать, она знает, что Верховский ее мужа против мэра настраивал. Вишняков, слушай, у меня тут такая идейка возникла. Я тебе предлагаю загрузить на студийный комп и запустить с него вместо сюжета о Верховском твой сюжет о Соколиках. А? Как тебе финтушами? Только у меня есть копия на диске. А они потом сами пускай ищут виноватого, у них он аппаратуру глючит. А? Ну как? Ага, понял. Ну что, он согласился? Ты запрещает. Говорит, бессмысленно и опасно для меня. Знаешь, я все равно загружу. На всякий случай. Толик, ну ты прям герой. Я горжусь тобой. А еще я беременна. От тебя. Ну что? Ничего. В том-то и дело, что ничего. Ракшин предлагает выдать сюжет про Соколика в эфир. А я, как честный, принципиальный журналист, вынужден это дело запретить. Ну, а может быть, нам сделать так, как бабушка говорит? Спрятать Даньку в надежное место и действовать? Дело не в Даньке. Дело в том, что я паршивый журналист. Был бы нормальный, стоящий, нашел бы стопроцентные доказательства и смог бы найти безопасный способ слить их Верховскому, а так... В Москве ждут информацию, а я вынужден позвонить туда и сказать, что информация не подтвердилась. Послушай, ты очень талантливый журналист. Просто так складываются обстоятельства. А вот я действительно никудышный руководитель. Я сегодня с Зотовым договор расторгла, и как дальше, не знаю.
Наш выпуск закончен. Напоминаю, что буквально через час на нашем канале стартует обещанный сюрприз. Новое ток-шоу Татьяны Карагановой «Стиль жизни». Не переключайтесь. О, добрейший денек. Петр Семенович, наконец-то, до эфира 5 минут. Простите, простите великодушно, очень захотелось чашку кофе выпить. Хорошо, сейчас вызову гримеров, припудримся и сразу в кадр. Да, конечно. Кстати, видел наш, точнее, конечно же, ваш сюжет. Вы знаете, очень недурно. Да? Очень, спасибо. Да. Но видна рука профессионала. Ну. Так что, если сегодня пройдет все на уровне, я думаю, будем сотрудничать. Более честно. Хорошо. Да? Да. Да, я поняла вас. Спасибо. Кто звонил? Следователь. Ну и что говорит? Сказал, Киру убили. Да, ну вот и кончились ее забавы. Похоже, твою подругу переиграли. Такие люди, как Зотов и Мэр, просто так не сдаются. Теперь мы ничего не узнаем. Письмо. Какое письмо? Кира мне в аэропорту дала письмо. Она сказала прочитать его, только если будет совсем плохо. Милый Паш, неладно что-то в моем королевстве. Видимо, я не все просчитала. Если ты читаешь это письмо, значит, смерть — это все-таки про меня. Прости свою подругу, которая так и не стала королевой, но я еще сделаю последний ход. Отправляйся в секрет и вспомни нашу дату. Подожди, отправляйся в секрет. Это наверняка про документы, но... А это банк. Около школы недавно открыли банк. Секрет. Вместо гастронома. Наталья Николаевна, да вы просто чудо. То есть, получается, Кира положила документы в банк и наверняка вписала тебя как одного из пользователей ячейки, правильно? Так, теперь нам нужно найти какой-то код для этой ячейки. Она не называла тебе никаких ни цифр, ни букв? Вспомни нашу дату. Какую дату? Это было на выпускных экзаменах. Кирочка, ну как же так? Кира... Ну зачем ты стала спорить с комиссией? Я боюсь, что теперь уже золотой медали не будет. Это она во всем виновата. Вылезла со своей подсказкой. Я хотела тебе помочь. Что ты хотела помочь? Я тебя об этом просила? Ничтожество, служанка. Кирочка, что ты такое говоришь? Значит так, ты, запомни этот день. 12 июня, миллениум. Я тебя больше в своей жизни никогда не хочу видеть. Ты всегда будешь ничтожеством, а я всегда буду королевой. Я столько раз потом пыталась забыть эту дату и как она на меня кричала, но нет. 12 июня, миллениум. Так, получается, у нас только один вариант. 12.06.2000. Тогда срочно едем в банк. Перекладываем документы в другую ячейку, звоним Ракшину и отправляем фото и видео в Москву. Какое видео? Документы нужно будет сфотографировать и снять на видео. Поехали. Вы говорите, стиль. Несомненно. Но мне кажется, мой уважаемый оппонент даже не представляет, сколько неожиданных факторов могут повлиять на имидж руководителя города. Давайте посмотрим любопытный сюжет, который приготовили наши корреспонденты как раз на эту тему. Перед нами будущий поселок для малоимущих Соколики. Для непосвященных райский уголок, в котором мечтали бы жить дети всех возрастов, взрослые и наши уважаемые ветераны. Дома и стены помогают, известная русская пословица, но у этих стен совершенно другое свойство. Они убивают. Цена этого райского уголка для простых людей – 40 миллионов присвоенных бюджетных средств и 2000 человеческих жизней, обреченных на медленное умирание. Верховскому продалась, тварь. Да я тебя уничтожу. Нет, я вас уверяю, это не запланировано. Для меня самой это... Извините. Я сейчас, минуточку. Ты
ты что творишь? Да я не понимаю, что происходит. Я вообще не понимаю, что происходит. Это не с пульта аппаратный, а по какой-то другой схеме выдается. Да мне плевать, по какой схеме, отключи! Да не могу я! Документы из банка я снял на телефон и отправил тебе. Документы настоящие. Да, и координаты ячейки тоже. Верховский в Москве на радио «Авгур» дал интервью. Они в курсе. И кивай на зарубежный источник информации. Да, все, пока. Ну что, всем позвонил? Все сделал? Хотя осталось еще одно дело. Какое? Самое главное и самое важное. Самое-самое. Да это все пиар, ваш черный пиар. Никакого отношения мэрия к строительству Соколиков не имела и не могла иметь вообще. А ваши так называемые доказательства, они все сфабрикованы, и мы знаем, кем и для чего. Что, хотите возразить? Ну так возразите. Может, у вас факты имеются? Господа, у меня больше, чем просто факты. У меня есть подтверждающие документы, только что предоставленные мне коллегами из московского радио «Авгур». Пожалуйста, покажите сюжет. Ну вот, местонахождение этих документов мне тоже известно. Хочу добавить, что мой экоцентр готов завтра же начать радиологическую экспертизу Соколиков. Да это все фарс какой-то. А твари, как деньги с меня драть, так... Зотов где? Телефон не отвечает, говорят, уехал. Мразь. Так, Валевич, ты мне сейчас будешь нужен. Нет, Петр Семенович, извините, не могу. Ребята, вы только представьте, на секундочку, надо чаровиться эту прелестницу из Опеки, Сыркину, которая сказала, что комиссия отдала Даню Вишнякову. А Мишенька сразу говорит, извините, мадам, но дело в том, что госпожа Лужникова теперь тоже Вишнякова. Ну, просто все застыли и окаменели. Наталья Николаевна, а у нас Олечка тоже фамилию сменила. Да, она уж 2 часа как Ракшина. Да вы что? И у нас тоже будет ребенок. Ой, поздравляю. Ах, и мои хорошие. Ну, ты молодец. Стараюсь. Данюш, оп! Ух ты! А парни-то прям как из роддома забираем. Ну что, Данечка, пойдем домой.